Так, ну что, всем привет. Нежить, привет. Эрбол, привет. Актив, привет. Ну, 50-17. Дукин, привет. Дучем, как правило, я все время путаюсь. Бридж Юнион, привет. Говяжья голова, да, здравствуйте. Сталкер Сокол, привет. Геймер Терлик, Никита. Вроде все. Да-да, сам Александр, алейкум, салам, да. Есть такая футбольная команда Саратов, Сокол, да-да, я в курсе. Я просто думаю насчет названия, мы сейчас, в принципе, я думаю, может, по-быстренькому мы даже быстрое какое-то голосование сделаем, я хрен его знает. Команда Я, 50-17, Путин, Винсент, Сашка, Дюки, Мнедир. Ну смотри, мы создадим основных, а по факту потом можно добавлять, потому что я взял редактор, и там можно будет все это уже по ходу дела менять, добавлять и так далее. Так, сейчас, секундочку, я проверю, да, вроде стрим идет. Да, только сейчас пришло уведомление. Ладно, бывает, бывает. Так, что? Сейчас я проверю. Лишнего уберу. У нас пожар стих. Да, да, это хорошо. Только стоило Путину приехать, и все. Можно меня в ворота, конечно, конечно. Я не знаю, буду ли я создавать себя. Команду геймерс. Понимаю, понимаю. Хочу банан, да. Жалко, 2 рубля на чипс не хватило, киплю попкорн. Ладно, давайте, сейчас я переключаюсь с экрана, будем разбираться. Я взял редактор, поэтому что? Мы, в принципе, можем команду руководить, я так понял, до полной бесконечности. То есть, там, подкручивать вот это все, и, типа, мы оставаться все время на плоту. Сделай меня центральным защитником. Сейчас мы как раз этим будем заниматься. В голосовании у нас победил именно Российская Лига. Вот, но мы сейчас будем создавать полностью клуб. Но я так понимаю, чтобы его создать, нужно кого-то заменить. Хорошая новость, сценарий следующего фильма «Годзилла» готов. Надо решить, делать в какой день. Время настанет, это до среды попробую. Если нет, извиняйте, то это не будет проблема. Ну, извините. Трик, найти медальку, выживший после пожара. А я теперь побежал домой. Давай, давай, давай. Осталось решить, какую команду нам заменять. По факту, можно какой-нибудь фарм-клуб заменить, типа «Краснодар 2», «Спартак 2». Ну, «Спартак 2» и ладно, я оставлю. Я думаю, «Краснодар», наверное, лучше поменять. Убрать его, и мы вместо него встанем. Так, а почему я не могу создать клуб? Подожди-ка, я команду выбрал, может, из-за этого? В смысле нельзя создать клуб? Подождите, сейчас мы еще раз разберемся, как это работает. Да, просто создается клуб, я не знаю, как они будут какой-то клуб заменять. Дай мне номер 65. А мы сейчас будем создавать все потихоньку. То есть у нас сейчас будет вступление очень долгое. Так, создаем. Блин, да, в натуре я вместо Армавира, что ли, стал? Подожди-ка, да, я вместо Армавира мне предлагают. Вообще не вариант, я бы реально заменил бы лучше бы Краснодар. А его нельзя, прикинь, заменить. Все, короче, понятно. Так, кого бы еще можно убрать? Енисей, ладно, пусть играет, нефтехимик, луч. Луч, в принципе, ему все равно далеко ему ездить, так что нормально. Рано еще, в смысле, госходку в Первомайске. О, я не знаю, когда в ту сторону поедут еще. Пока не знаю. Так, давай-ка, вместо луча сделаем. Так, используя сгенерированный импорт вашего собственного. Но я логотип потом со временем поменяю, если что. Так, название команды мы еще не поняли, прозвище не поняли. Название стадиона, еще город. Город мы уже точно поняли, что это у нас Серпухов будет. Ну, потому что, да, это слишком мемно. Теперь остался только найти. Серпухов, да, Серпухов есть, да, все нормально. Репутация национальная. Неплохо, да, Серпухов знаменит. Вперед, команда Village Grace. Лучше моя, куда я раньше ходил, понимаешь, назови клуб Gamers. Смотри, вот есть Gamers, предлагали еще клуб Village Grace Club, это я уже сам предлагал, Сокол. Три названия есть. Мы сейчас еще придумаем. Сейчас надо еще форму, блин, менять, потому что я в такой не хочу играть. Ну, это прям вообще. Название стадиона. Вперед, фрики из Серпухова, да, название стадиона. Название стадиона можно уже, в принципе, сейчас будет придумать и не париться. Так, должен стать... О, у меня сколько денег? Денег нет ни хрена, но их можно, кстати, подкрутить. Музыку можно включить? Да, 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 конечно. Так, а что такое? Взаимоотношения? Херня какая-то? Серпухов-то все понятно. Грейс, ты фильм о Годзилле, который телеканал смотрел? Нет, пока еще нет. Назови стадион Дом 3. Блин, неплохо, неплохо. А, логотип надо поменять. Надо еще расцветку формы придумать. Вот в чем дело-то. Я успею за 20 минут домой дойти? Да, мы сейчас будем еще только пока команду создавать. Ты что? Мы еще играть не начнем. Потом, наверное, игроков будем еще делать. Так что я говорю, где-то, в принципе, FM будем проводить. Но я думаю, сегодня уделить достаточно времени этому всему. Чтобы хотя бы уже какие-то игры сыграть, скажем так. Так, правка формы и расцветки. Нужно по минимуму, короче, убрать. Так, желтый цвет вообще никак. Вот вообще никак. Не знаю, красный цвет победителей будет красный.
ни хрена он не красный, конечно, вот в чем проблема. Вот такой будет. А, это гетры, блин, гетры красные, пофигу, будет красный. Я успею... А, это старт сообщение, понял. Так, с гетрами мы разобрались. Гетры, бог хрену, пусть будут красные. Я-то в такси без наушек, они сели. А, понимаю. Так, текст назвал... Ой, как все сложно-то. Так, задний фон будет красный. Надпись будет белым. Нет, ничего не изменилось, ладно. Так, обрисовка черного вообще сделаю. Нормально, сойдет. А мой любимый цвет красный. Да, основной цвет черный, белый. Вот можно черный, белый, красный вот так вот сделать. Такие вот, такую расцветку примерно, я думаю. Так, здесь вроде все. Так, шорты. Шорты можно тоже черными сделать. А верх белый. Нормально. Пойдет. Это будет основной комплект. Блин, в итоге взял синий. Замечательно. Так, все черное. И не парьте. Грейс, мое название маратовый, банановый. Это для чего? Для стадиона или для чего? Короче, по поводу выпуска. Сейчас я покупаю канцеляр, одежду для 6-дневной школы. О, да. Блин, я сегодня был в Ашане. Там просто, я не знаю, там людям, походу, Путин по 10 тысяч раздал. Там такие очереди, блин. Я еще, короче, хотел купить флаг России. Чисто из-за прикола. Я не знаю, чтобы флаг России в Ашане продавался. В итоге прихожу на кассу. Проставил охрененную очередь, она переворачивает, а там нет штрих-кода. Говорит, вы пойдете менять? Я такой, нет, я не пойду. Говорю, оставьте его себе. Не надо мне такого. Так, все, здесь все вроде понятно. Так, с футболкой. Вот с футболкой надо будет сейчас решать вопрос. Будет ли у нас какой-то рисунок? Если можно ставить, то прям по минимуму, чтоб прям, я не знаю, типа, блять, я даже не знаю, что тут можно взять. Чтобы типа и не прям пестро было. Потому что я не люблю, когда там форма прям вообще. Ну, чисто такую в белой футболке, ну это такое. Хотя можно поменять. Мы все равно только мы любители. Нам что, вы что от нас хотите? Так, это мы взяли стиль формы от, стиль обратной доцветки, тип футболка. Да, это пофигу. Так, передний план. Мы оставляем белый, как мы хотели. Все белое, тупо белое. Или нет? Обрисовка тоже белая. Потом еще поменяем. О, флаг Украины. Нет, где? Нет. Так, футболка белая. А, цвет номера. Цвет номера будет, наверное... Группа фантазер. Группа фантазер, да, будет смотреться здесь. Окантовка, номер тоже черный. Сойдет. Количество видов гостевой формы. Одной хватит. Вы что? Еще, видишь, для каждого турнира можно свою это сделать. Так, а логотип? Это что? Блин. Как А, это, короче, как будет отображаться. Я понял. Это как будет отображаться в менюшке. Так, оставляем белый. А, обрисовка будет красная. А вот это будет черная. Стремно смотрится. Нормально, пойдет. Пойдет. Так, все, вроде мы здесь разобрались с этой формы, с первой, да? Это домашний. Это домашний. Мы еще насчет названия, у нас пока только три, да? Мы еще пока, у нас как бы, да. Грейс, там треки за 999 рублей, стрим... Серьезно? А, кстати, да. Я забыл, короче. Да-да-да, я сделал, короче. Да, чтобы музыку не кидали, я сделал оплату трека кассе. И забыл убрать. Все, я убрал. А что ты выбрал розовый, в смысле? Это что, разве розовый? Ну, блин, мне казалось, что это красный. Вот. Ну, вот это вот красный, да? Тогда у нас там уже что-то не то, не того цвета. Ой, блин, да ладно. Так, это и есть название. Вот это мы сейчас сделаем. Да ладно, поменяем. Как... Блин, как напечатали? Как напечатали? С этим ничего не сделаешь, к сожалению. Так, с формой мы решили. Нихрена себе. Это гимн 90-х российский? Подожди-ка. Да. Это при Ельцине гимн такой был. Я еще помню. Я мелкий был, но я помню. Так, выездная форма. Синяя. Господи, упаси. А, выездная форма. Стиль формы клеточки. Не нужны нам никакие клеточки. То есть у нас получается белое, черное, красное. Теперь можно верх сделать красным. Я думаю. Да, передний план. Это будет, верх будет красным. А, задний фон тоже красным. Обрисовка красным. Ну, ничего лишнего. Цвет номера белый идеально смотрится. Так, шорты. Шорты можно сделать белые, а гетры черные. Блин, мне кажется, это выглядит стильно. Наверное. Так, шорты обычно. Так, красный. Шорты белые. Да, шорты у нас белые. Обрисовка похрену, пусть будет черная. А гетры черные. Все.
С этим мы разобрались, это вроде пока не сложно. Еще, блин, третья форма, да ну нафиг, без спама, да ладно, нормально все. Пока что мы еще готовимся, у нас еще туда все. Все подготовительный этап. Третья форма. А нахрен она нужна, не нужна. Домашняя форма вратаря. Вот что форму вратаря пока вообще не буду делать. Еще и париться насчет этого нет. А, ну да, как-то так. Логотип. А, вот, кстати, красно-черно-белый прям идеально подходит в цвета наши. Осталось только, ну, примерно что-то такое. Блин, слушай, как наш Дискорд-сервер, только корона. Блин, интернет гонит, в смысле, серьезно? Блин, печально. Слава богу, у меня в последнее время тоже были какие-то проблемы, что-то подлагивало, но сегодня пока нормально. Я потом загружу, короче, свой логотип. Я просто, ну, заморочусь. На следующем стриме сделаю. Нормально, пойдет. Так, ну что, по названию, давайте сейчас я голосование-то запиливаю. Нам предложили название... Если что, кидайте, сейчас еще есть... А, я не знаю, смогу ли я редактировать. Хай, да, Путин, тебе тоже привет. Я сейчас как раз-таки название клубов пишу, которые мне предложили. Так, мне еще предложили название... А, блин, там название по-русски пишутся или нет? Я не помню. А, по инглишу. А, Сокол предложили. И еще какое-то название, подожди-ка. А, Геймерс, да, да, отлично. Мерс. Я, короче, пока не закрываю голосование. Если что, еще подпишите. Кто вообще живет в Серпухе, город Фрик, если честно. Блин, можно назвать так, Фрик Клаб. Грейс, а мое сообщение маратовый, банановый. Давай напишу, но мне кажется, оно не пойдет. Маратовый бана. Просто понимаешь, уже в клубе уже будет такое играть. Сокол написал, да, я 4 варианта сейчас сделал. А, Сашка, привет. Привет, Сашка. Что это? Что за трек? А, Терлик прислал, понимаю. Кстати, можно мне 10 номер? Сашка, мы еще команду создать не можем! Я, короче, запилил название по этому, по названию клуба. Грейс, ты моешь руки? Конечно же, конечно же. Да. У меня работа такая, мне приходится этим заниматься. Короче, я сделал опрос. А, еще название стадиона и прозвище команды надо придумать. Я говорю, по формам мы уже вот выбрали. Так, а что такое? Редактирую партнерство. Кстати, можно себе просто... А, луч 2, да нахрен он нам нужен. Не удалить. Не хочу партнерство. А вот партнерство с каким-то другим... Дочерний головной клуб. Не надо. Не надо нам ничего это. Мы будем начинать с самого. Город, Village Grass, Серпухов. Ну, короче, смотри. Можно, короче, если я Village вот этот клуб сделал, если что, типа, Госстадион Металлист. Металлист? Металлист. А можно сделать девиз? А, не знаю. Здесь такое нельзя добавить. А, прозвище? Ну, я не знаю, как имеет в прозвище. Это там просто будет в менюшке, по-моему, отображаться потом. Насколько я понимаю. Сейчас посмотрим. Блин, денег вообще у команды нету, кстати. Мы лучше поменяли, убрали. Такой весь прикол. Я не знаю, сколько по времени голосования. Давай 18, я не знаю, через 18 я закончу. Ну, 4 минуты ждать. Нам надо еще название стадиона придумать. А, подожди, как кто-то... Сашка предложил нам... какое название? Металлист? Ну, давай напишем. Еще можно поменять. Хоть что-то будет называться. Металлист. Так, прозвище. Осталось решить еще с прозвищем и название, пока мы голосуем еще. Мне кажется, с такими деньгами нам делать нечего в ФНЛе. Такие дела. Сейчас посмотрим. Пиздец, 4 дня школы, первая смена, 6 дней и 8 класс. Ну, 8 не 9, по-моему. 9 это хуже. Насколько? По крайней мере, в мое время 9 уже было не очень хорошо. Хуже только учиться... хуже всего учиться в школе, это, я не знаю, в 9 и 11 классе. Прозвище Новороссов хуже. Блин, а я смогу это написать? Блин, ну это будет смешно. Но главное, на Twitch потом не заходить в стриме, такие вещи. Стадион имени Владимира Путина. А переименовать что можно? Что может быть переименовать? А я вообще в 10-м. Вот, 10 класс это самый топовый в школе. Это знаешь, когда ты находишься посередине, а вокруг тебя... Я не знаю, как это выразиться. Имеют 9 класс и 11-й, и ты такой посередине. Типа один раз уже прошел, а потом меня это ждет. Ну, такое. Такое. Блин, прозвище... узнаешь, слушай, по поводу прозвища можно, как мы писали, типа No Sauce, типа такое.
Нормально. Типа так и напишем. No sauce. Ну, нормальное прозвище. Пойдет. Мир в 11 класс нелюбимый. А, в смысле? А я в 9 перехожу. Помянем, да, 9 класс. Это я не знаю, ты же из Казахстана. Я не знаю, как в Казахстане в 9 классе. В России не очень было. Хотя мне по рассказу в школе сейчас жесть. По прозвищу Зверь. Угу, понимаю. Так, ну что по голосованию? Еще пару минут мы сейчас на голосование выделяем. У нас пока что побеждает Village Guys Club. 38%. А, да, да, 8 голосов у нас прилетело. Ну, сейчас еще пока ждем. Пока что ждем. Я, короче, этот, кто только что же отсоединился, домашняя форма у нас получается белые футболки, черные шорты, красные гетры. А вторая форма красный верх, шорты белые, гетры черные. Чем-то, знаешь, напоминает, я не знаю, какой-то ливерхузенский Байер. Не знаю, кого еще такая форма-то есть. Амкар, прозвище Алкаши. Алкаши это в Тирасполе. Да-да-да. Мы видели из города Бендеры. Да-да-да. Как-то так. Ну, я так понимаю, у нас это, скорее всего, победит, да, первое название. Короче, я думаю, после 9 сразу свалить в колледж или что-то такое поступать. Ну, блин, смотря сколько тебе лет, если тебя там в армию из колледжа не заберут, то почему бы нет? В принципе, вариант. Я бы тоже, знаешь, в свое время, типа, смысл учиться до 11-го. А уж, знаешь, самое стрёмное, учиться до 11-го и уйти потом в шарагу. Типа, нахрена ты 2 года тратил? Ну, такой, а ты что деньги не накрутил? А я думаю, потом можно накрутить? Я не могу сейчас пока ничего с этим сделать. Так что я не знаю вообще, как бы... Правка формы расцветки есть, а в остальном я ничего пока не могу. Я просто сейчас прям создаю клуб. Я не переименовываю какой-то там еще это. А мне до 11 придется. Я тебя понял. Так, ну что, у нас получается победил... Победил, да. ВГ, как ты говоришь, Серпухов? Так и назвать? ФК. Как Серпухов по-английски написать? Серпухов. Название клуба такое. ФЦ, ВГ, Серпухов. Ну, вроде, или нет, или лучше убрать Серпухов надпись в клубе. Я думаю, до 11 учиться, потом в универ поступить. Понимаю. Я на историк иду. Понял тебя. Да, бля, планирую на ВАСИ после 9 съесть своих проверить и вернуться. Понял тебя. Оставить такое название. Если что, все можно будет. Так, хранить историю клуба, конечно. Вот. По игрокам. Получается, у нас самый дорогой игрок сейчас есть нападающий Александр Кутин. И его надо... В принципе, все. Я говорю, по составу мне достаточно. Есть какие-то воспитанники, это мы там без еще решим. Кстати, вот самый старый. Как бы мне отредактировать? Смогу ли я это сделать? Вот в чем дело. Сейчас подожди-ка, я зайду. Внутренний редактор FM. А я что? А, я пока не могу им, походу, воспользоваться. ВГ, значит, Village Guys? Да. Я, походу, пока не могу редактировать игроков. Надеюсь, что в дальнейшем... Все будет нормально, я смогу. Там есть создать игрока. А, точно, блин. Все, в натуре. Давай, погнали. Поехали. Кто будет первый? Так, заходим сейчас у нас в Discord сервер и будем там смотреть. Поехали. А, кто у нас подавал заявки на все это дело? Так, наверное, Сашка сам первый написал. Или 50-17. Блин, все сбилось. Так, секундочку. Короче, поехали. А, начнем с Путина. Это будет проще всего, тем более тут Россия уже стоит. Поехали. Сколько лет указывать? Минимальный возраст, наверное, который можно, будем указывать. Гиленд, Копяков. Так, Владимир Путин, поехали. Так, прозвище оставимся. Как полное имя? Владимир Фит... А, все нормально. Гражданство России, цвет волос темно-коричневый, цвет кожи один. Дата рождения. Минималка какая можно поставить? 2004 год. А, ну блин, 2004 год, все нормально. Только единственное, что дату. Ну это, я думаю, нет смысла тебе типа свою прям называть. Я думаю, это сильно роль не сыграет. Будешь 1 февраля. Поехали. Так, персональные данные. Конфликт, темперамент, честная игра, профессионализм. Ну слушай, ну чтобы наша давать команда больше шансов, я немножко... Характеристики по дыму. Сильны ли это характеристики для 16-летнего игрока? Я хрен его знает. Адмирал, тебе тоже привет.
Спасибо, что по-прежнему являешься спонсором канала. Слушай, это нормально? Как бы такие характеристики. Ну, типа, самый топовый вставлять, я хрен его знает. Потом меня сейчас полкоманды распродадут и все. Так, пока вставляем так, профиль. Текущий 87! Нормально! Сойдет! Сойдет! Специальные способности сотка будет! Рост и вес! Все на максимум! Блин, ну это прям имба будет. Но с другой стороны, у нас будет проблема, знаешь что? Нас, мы все равно всем составом не вытащим. Вот в чем дело. Рост и вес. Скажи свой. Все на максимум. Так это можно всем на максимум делать. И не париться просто. Потом распродать. У тебя уже... А, текущая способность сотка? Ну ладно. Тембарев, Эдо, тебе тоже привет. Привет, привет. А, да, осталось только характеристики по росту весу. Так, подожди-ка. Позиции. Ой, блин! А, как здесь сложно-то все это. Технические навыки. Бьет на точность. Так, использует удар шведой, бьет на силу. Так, осталось позицию выбрать. Вот что-то я пока не видел, что... А, вот позиции. Ага, больше налево защитников качаны. Ты хотел кем? Полузащитником? Ты хотел на полузащиту? Я защиту у тебя убираю. Нападающая левая нога, правая нога. Ну, хрен знает. Давай добавим правую ноги, левую уберем. А почему мне все равно центральный защитник кидать? Ни хрена не хочу быть центральным защитником. Так, центральный... А... Сделаем так, сделаем так. Короче, в любой... Я не знаю, сейчас мы запутаемся. Защиту мы скипнем. Теперь меня кинули на что-то нападающий, нормально. Меня сделаешь позиция атакующий полузащитник? Да, можно. Левая нога? Серьезно? Ой, извините. Ну, тогда вот так сделаем. Короче, еще... Ну, блин, ну, слушай, так можно прям с такими характеристиками можно просто сразу в барс уехать. Ну, серьезно. Это по позициям. По характеристикам... Ой-ой-ой-ой. Владение язык. Ну, с такими характеристиками, конечно, да. Что такое отношение? Любимый футбольный деятель. Я не знаю этих людей. Любимые клубы, нелюбимые клубы. Любимые клубы Спартак, ну, конечно. Это можно добавить. Конечно же. Так, выбрать клуб. А, так сложно, а попроще нельзя. Причина болельщик. Как клуб выбирать? Я хрен знает. Что-то сложно будет. Будем долго создавать, походу. Спартак Москва, есть. Это мы добавили, все остальное, в принципе, можно оставить. Нуго немного снизим. Нелюбимый, значит, Зенит и Нижний Новгород. Так, сейчас и добавим. Ну, Зенит, понимаю. Так. Зенит. Есть. И... А, только один клуб ненавидит на 100%. А, еще можно добавить, да? Хорошо. Нижний Новгород, так Нижний Новгород, значит. А мы как раз с ним будем играть. У меня Зенит любимый. Вот вы и сошлись. Так, подожди-ка. Я думаю, хватит. Создаем. Так, у нас получается... А где? Куда ты попал? Подожди-ка, я что-то не вижу тебя. Владимир Путин. Где? Там твоя цена миллиард должна быть. Что-то я вообще его не вижу. Подожди-ка. Я точно его создал? А, да, есть. Воспитанник клуба. Цена всего лишь 250. А, поехали сразу же дальше. Нет, армянин. Так, меня тоже сделает. Так, давайте сейчас нас просто еще записывались. В смысле, какой Неймар? Не надо там Неймара в команду. Вы что, с ума сошли, что ли? Так, так, Сашка, помню, писал. И 50-17. 50-17, как мне тебя вот записать сразу же? Прям просто так 50-17 писать? Так, детали. Андрей Емельян. Ты скажи, мы сейчас это, я это учту. Так, Саня. Так, какая у меня позиция у Сани, я не помню. Саня Мазута. Он так и будет. Так, он говорил, атакующий полузащитник. Ему надо прозвище. Коммунист. Это оставим все как есть. Так, а Россия. Нет, гражданство не Украина будет. В смысле, Нижний Новгород. Нет, Украина. Украин. Отлично. А, дата рождения 19 лет. Нет, тоже берем самую минималку. Четвертый. Вот. Персональные данные. Ну, чуть-чуть приподнимем до средних, а дальше будет разбираться. Прозвище. 50-17 так оставлять? Я тебя понял. Так, атакующий полузащитник. Вот сюда. Это чисто твоя позиция. Ну, вот здесь чуть-чуть еще, может быть. Так, характеристики. Игра без мяча будет позиция под... Так, Саня есть, Саня есть. Не максимум, конечно, но тоже неплохо.
Так, физически. Так, скорость. Нам Сашке... Нет, Сашке пускай будет сила. Так, здесь штрафные. Он сказал, что он хорошо подает штрафные. Ну, так и быть. Вратарский это не надо. Так, нелюбимый клуб. Шахтер ему поставил. Сделал, по-моему, трене Иску, как всегда. Я, может быть, себя сделаю. Хотя, в принципе, я так играю. Сейчас посмотрим. Поехали. Нормально. Кстати, он еще дороже, чем Путин ходит. Любые изменения будут невозможны, за исключением того, как можно удалить состава. Да, нормально. Прикинь, сейчас... Он не дороже вышел, случайно? Нет, он не вышел дороже. Мне надо проверить, что он точно в команде есть. Владимир Путин и Саня Мазута я вижу. А, кроме меня есть еще атакующий полузащитник? А, нет, нет, мы сейчас прям с нуля сейчас всех создаем. Я сейчас буду еще лишних удалять. У нас пока перебора нету, но скоро будет. Так, Артем Михайлов. Вместо него будет игрок у нас 50-17. Я хрен знает, без фамилии вообще можно жить, нет? Так, Россия. А, цвет волос темный. А, возраст, опять-то, ставим минималку. Так, персональные данные, адаптация. Ну, это все вот сюда поднимем. Профиль игрока. Позиция, какую ты хотел? Сделал центральный нападающий. Все, понял, понял. Вот вы будете вдвоем и играть. Блин, 50-17, какая у тебя позиция? Забыл. Ты же говорил. Я реально не помню. Скажи, пожалуйста. Так, сейчас 5 сек. 5 сек, я сейчас подойду. Странно, но клуб базируется в Серпухове, да. Так, возвращаемся. Нападающий? Нападающий? Чё-то у нас слишком много нападающих. Так, ну, а, ну, в принципе, у нас правый защитник, нет, убираем. Так, если мы тебя сделаем, знаешь как, ты будешь нападающий? Нет, ты им будешь, это я не спорю, но нам нужно еще на другие позиции немножко раскидать, чтобы более-менее мог играть, потому что хрен узнает, кто там будет. Меня на ворота, пожалуйста, 99-й номер нации Украина. Украина? Кстати, ты мне номер 20 дашь, как у Джордана. А, я тебя понял. Так, все вроде есть. Создали, 50-17, так, Саня есть, Путин есть, 50-17 есть, а кто еще? А, то я могу, а, все, Эдо тебя надо создать, отлично. Так, а как в прошлый раз у тебя писали Эдо, пусть мы номер 29, а мы сейчас до номера еще дойдем, ты что? Ты, по-моему, да, я хохол. А ты, я думал, что ты, ладно. Создай, да, мы сейчас все будем, сейчас будем. Эдо к чиням, все, понял. А я помню, ты у нас, по-моему, на воротах в прошлый раз стоял, да? Кочи... Да, ну, так, наверное. Так, Эдо Смирнов. Нет, нет, Эдо Кчан. Так, Армения, да? Блин, а мы из-за лимита не улетим, то, что у нас кто-то играть не будет? А, сгибаем эрбол. Блин, сейчас будем... Блин, да почему? Главное, чтобы мы из-за лимита не улетели, потому что там... атакующий полузащитник был. Так, подожди, какую позицию ты хотел? А, атакующий полузащитник... Все, все, понял. Так, возраст, какой указ? Я, короче, всем указываю минималку. 4-й год. Можно и меня. Да-да-да, конечно. Мы сейчас все будем делать так. Так, характеристики мы поднимаем. Так, профиль. Атакующий полузащитник, да? Атакующий полузащитник, и еще на правый фланг тебя отправим. Так, обе ноги. Отношения, это все понятно. Так, блин, на крайняк, на ворот, если что, встанешь. Блин, нет, подожди, какая-то херня будет, нет. Атакующий полузащитник. Ни хрена себе, у тебя цена 1,3 миллиона, ни хрена себе! Нет, я левша. А, понял. Но правый все равно тоже надо сыграть. Блин, у тебя, короче, других позиций вообще, типа... Блин, короче, кидаешь на вратаря и все. Типа, вратаря не надо щелкать. Типа, на других позициях, чтобы ты более-менее тоже мог играть. Потому что, блин, ну хрен его знает. Сейчас нас кто-то травмируется и будет же. Хуй, дискорд не зарегались. В смысле? Так тебя записались. Гражданский Казахстан, цвет волос черный, просто любитель манты. Так, эрбол. А еще сталкер, да, я понял. Цена 1,3 миллиона. Нормально. Так, грязная игра, ключевые матчи. Так, этих здесь... Хрена себе, у тебя уже способности 114. Охренеть, блин. А у Путина было 100. Я так за Ростов накупил армян, через пару лет лимит не было.
Так, создали. У нас пока... Так, нам надо, знаешь, что нам надо удалить ненужных ненужных людей. Так, ты уходишь. Так, Сталкер Сокол, ты какую позицию писал? Вратарь? Сейчас будем делать. Сталкер... Да, точно. Ты прошлый раз ворот ставил себе. Мне кажется, мы весь стрим будем с команды создать. Вратарь, все, понял. Сталкер Сокол есть. Да, вратарь нам нужен. Вратарь нам нужен. Нифига себе, лидером команды будут. Да, походу. Так, сторона Украина, да? Ясно. Русский язык. А, в смысле, есть две Украины? Какая Украина из вас? Ладно, возьмем первую. Наверное, она самая легитимная. Так, возраст. Тоже минималку ставим. 4-й год. Сделай папу минора. Папа минора будет каким-нибудь, знаешь, там, работником на стадионе. Так. Персональные данные. Да, нам нужен хороший вратарь. Поэтому характеристики я подниму по максимуму. Так, профиль. 92. Неплохо. Так, стабильность. Нам нужен стабильный вратарь. Я полностью согласен. Так, вратарские. Нам нужен идеальный вратарь. Мы будем просто всех ФНЛ рвать. Вот мяча, отбивание кулак. Не, ну идеальных игроков, конечно, не бывает. Вот, ну, пока так. В жизни хорошо играют? Хорошо. Это хорошо. Так, позиции. Вратарь. Только вратарь. Обеими ногами умеешь играть. Так, психологически. Храбрость. Ну и все остальное. Немножко добавим. Физически не будем трогать. Технические навыки. Спорить с судьями. Да, он такой. Ну, 92 характеристика команда, как называется, а Village Grace Серпухов, типа того. Так, все. Игрок создан. Ах, чуть похоже на меня. Так, кого мы еще не создали? Так, да. Если дорогой футболист травмируется, то платить придется много денег, серьезно. Так, еще хотел Airball, я помню. Airball. Ты что-то писал? Сагимбаев Airball. Понял тебя. А, имя. Поехали. Так, Airball есть. Блин, хорошая вещь, это редактор. Гимбай, прозвище любит манты. Да, прям по-русски напишу. Люблю манты. Так и запишем. А, гражданство, Казахстан. Казахстан. Возраст укажем тоже минимальный. Я думаю, так проще всего. А меня можно? Да, конечно, конечно. И меня создать? Да, сейчас я буду создать. Любитель манты. Ладно. Ну ладно. Этот город устал. Это Серпуха. Любитель манты. Так, цвет кожи. Так. А где цвет волос? А, цвет волос. Темный. Так, позиция. Ты где-то писал. Сейчас я найду. Я играю с 10-15, я все время на воротах. Рост. Ни хрена. Мы просто насчет роста вообще не парились. До этого. Вес 70. Идеально. Подойдет. Так, получается, что мы еще не сделали? Здесь подкрутим. Профиль игрока. Пока показать 76. Универсальность. Хорошо. Позиция. Позицию я не помню, какую-то писал. У меня какое-то половина сообщения улетело куда-то. Центральный защитник? Серьезно? Блин, да, нам такие нужны. Ну и на других позициях тоже. Так, психологические характеристики поднять. Идеально просто. Идеальный игрок. Сейчас посмотрим, какие у тебя будут характеристики после того, что мы сейчас сделаем. Технические тоже приподнимаю. Технический навык. Пытается дать пас в разрез. И что у нас получается? Владеет языками. Ну, я не буду пока настраивать. И я что-то не вижу. 76? А что, как мало? Что-то прям вообще прям печально. Давай немножко характеристики подкрутим. Теперь 76. А, блин!
Максимально 93. Ну, короче, развиться можно. Правый 17, левый 9. Так прям много. Их зачем? Не знаю. А где Марат Минор, Игнат, Нидир? Блин, ну может быть Марат Минор не писали. Но по факту да, если захотят, мы потом добавим. Если что, там можно же переносить игрока. А уж как они после этого играть будут? Меня можно сделать, да, как тебя записать? Так, получается 76. Ну ладно, давай. 85. Нормально. Так, у меня уже превышен состав, но состав мы сейчас уберем просто. Блин, в смысле любитель... Любитель манты, как-то вообще, как-то... Подожди, как мне тебя переизменить? Любитель манты, он так и записал. Казах, 14 лет, любитель манты. Блин, мне эрбол нужен. Короче, проще не писать название игрока. А теперь не могу переименовать. Лол. Блин, дайте я переименую, подождите-ка. Как мне тебя изменить теперь? Любитель манты. Так и будет играть. А смысл, типа, писать так. Лол, любитель манты, короче. Так и оставим, ладно. Так и оставим. Так, нам, короче, надо выкинуть каких-то игроков. Так, ты уходишь. Никит Сломатов, ты уходишь. Так, нам нужно сделать еще... Можете меня... так, все, так оставим. Так, еще у нас писал Адмирал. Как мне тебя создать? Адмирал, так, подписать. Создать игрока. Адмирал, значит, да? Адмирал, а по-моему... Блин, у меня кумысником. Блин, опять на русском пишу, да что такое? Можно ли не писать фамилию? Вот это вопрос интересный. Да, можно. Еще погода. Да, я помню. Так, возраст тоже минималку опять. Адмирал Балатон. О, отлично. Да, любитель манты будет рвать, походу. Так, Россия. Персональные данные. Профиль игрока. Мы настроены серьезно, да, ну вы понимаете. Так, это позиции. Позиция какая? На новая рубрика на канале Путин, значит. Понимаю. Позицию скажи, кстати, если что. Я пока характеристики буду поднимать. Физически тоже нам надо поднять. Технически. О, да, здесь надо поднимать, конечно, да. Блин, какая талантливая молодежь. Так, бьет на силу, принимает мяч пиной, диктует темп. Все нормально. Ждем серию, о, да. Эфиопию? Серьезно, из Эфиопии? Блин, у меня слишком много этих... легионеров, походу, будет. Но, если что, кто-то будет не попадать в состав. Либо будем делать... вот там, по-моему, только три человека. Но если не будет лень, сделаю. Эфиопия. Есть. 14 лет. А, по профилю, по характеристикам, что мы имеем? 92 на начало. Неплохо. Хорошо. Создаем. А, погода еще хотел. А, мы позицию не выбрали. Грязь, у меня слишком много легионеров, слишком много... Так, Александр Носов, пошел вон. Создаем погоду. Ни хрена у него там характеристики. Я так и запишу. И стран ЦГ пусть все сыграют. Там просто есть в России лимит, вот эта тема, из-за которой не все будут попадать в состав. Вот в чем прикол. Так, мне можно 10 номер. Сашка, да какой номер? Мы еще не дошли до него. Ты до номеров еще хреново туча времени. Украина, да? Ага, я понял, так, берем первую Украину. Я все равно Россия, с этим ничего не сделаешь, Россия так Россия, значит. Так, возраст. Мне кажется, не все в таком звездном составе. А какой мой рейтинг? Блин, что-то под 90, что-то такое. Украина есть. Так, персональные данные, профиль игрока. Так, здесь мы... Сотка, ни хрена себе, блин. Если меня в составе не будет, то Армении долги платить не будет. Ага. Блин, тут, короче, добавлять нечего. Тут бип, слишком хорошие бип, характеристики. Бип, 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 третий, бип, в смысле? Бип. Говорит Москва. Говорит Москва. Идите, так, кого мы еще не создали? Мы еще... Серьезно? Прям вот идите, да? Просто... Ладно. Бывает. Так, нам еще нужно... Да, Дучем, да, хотел. Надо его создать. И, по-моему, пока все. Кто, как бы, хотел.
Я понял. Ох уж этот English. Дучи Макаров. Идеально просто. Любители манты в команде, конечно, да, но это... Так, 4-й год указываю. Персональные данные, профиль игрока. 90... Блин, они уже на старте нормальными характеристиками, кстати, стоят. Блин, ни хрена себе у них рост, кстати. Это, походу, талантливый чел у нас в команде. Нет, 29. Сейчас мы дойдем до номеров, будем решать. Сейчас вообще не до миров. Сейчас номеров вообще пока нету. Типа весь прикол. Так, что получается? 22-й. Мы всех создали, кто хотел. Я просто что-то это запарил. Так, вратарь есть. Два нападающих есть. Ползащита есть. Защитник есть. Идеально просто. Нет, можно создать Марата. Марата просто из дань уважения. Мне 10-й. Давай Марата сделаем. И все. Хватит. Ну надо же с кого-то рофлить, блин. Так, Марат. Игнат, все, Игнат, забудьте, не надо его создавать. Марат Бананов, блин, да, нет, не Украина, вы чё? Нет, Россия, блин. Конечно же. Грейс, Сиск, Мембер, с другим Хойко играть в YouTube. Блин, ну короче, у меня в чем прикол, я сейчас... Мне, во-первых, предложений не было, сам я напрашиваться не буду, в том плане то, что у меня еще такой график, и сам видишь, я сейчас стримлю раз в неделю. Гуарексу нужен же вечно травмированный. Блин, да, мне 15, блин, ну а здесь 14, сделаем Марату плохие статы, чтобы его выгнать. Нет, мы сейчас, знаешь, какую-нибудь позицию запихнем такую редкостную, потом сбагрим. Так, прозвище, все понятно, там любитель манты будет, а идеально, оставим. Оставим все как есть. Так, позиция. Какая вон у нас левый защитник? Так, нам нужен, знаете кто? Опорник. Пусть он будет опорником. Сойдет. Орехус? Еще Орехуса. Ну, нет, мы напишем его минор. Он будет минор. Идеально. Так, папа, у Марата показать 91. Склонность к травмам. Это, блин, это Орехуса надо делать. Ну, ладно. Го еще кому-нибудь из химии Светогорск кубин когда-нибудь уважение. Возможно. Так, рост. Рост надо самый маленький сделать. 150. Идеально. Вес 120. Был бы интересно такую игру смотреть, сравнить, кто лучше. Да, посмотрим. Так, игрок один есть. Так, у меня получается... Блин, максимум 5 иностранных игроков. Блин, пацаны, кому-то придется принимать российское гражданство. Наверное, Сашке. Подожди-ка. А у нас, может быть, есть вообще левые люди? Так, эфиоп, украинец, украинец. Блин, три украинца, блин. Россия. Блин, кому-то придется, да. Кому-то придется становиться русским. Я думаю, эфиопа надо будет. Блин, а я сейчас не могу его отредактировать, ты прикинь? Мать. А как мне теперь его убрать? Так, из не 5. В смысле, у нас показывают максимум 5 иностранцев. А, подожди-ка. Не, подожди-ка, у меня 6 показывают иностранцев. А с какого хрена? 1, 2, 3, 4, 5. А, блин, еще армянин, казах есть. Я забыл. Стать русским. Да, вопрос другой, как стать русским. Вот это, да, этот вопрос интересный. А, редактировать можно как-то? Я вообще не понимаю, как это сделать. Сталкер Сокол. Украинец. Блин, нацию все, нацию сменить нельзя. Я не буду. Вопрос в другом. Как мне теперь его изменить? Убрать игрока. Получить вид на жительство. У меня и так слишком типа много людей. Так, так, ты. Начнем с того, что надо убрать людей ненужных. Так, здесь мы уже проходим. А, теперь осталось только решить, кто у нас, как стать русским, блин. Убрать игрока. Давай, короче, я тебя удалю и заново создам. Так, 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 так. Создать игрока. И я думаю, все, на этом сейчас закончим. Будем уже сезон начинать. Сталкер Сокол, значит, да? Россия. Все нормально. 18 лет. Нет.
А за номера? Номера чуть позже будут. Я не буду русским, у меня круг, что я живу в Харькове. Ничего не знаю. Сейчас все поменяем, Сашка. Нам нужно с российским паспортом, чувак. Так, вратарь. Есть. А, по характеристикам, ну, примерно поставим так. Вратарские, ну... О, как у тебя все плохо-то. Нарандомило. Все, отлично. Все, мы по лимиту проходим. У нас получается из игроков создан так. Еще раз. Марат, Сталкер, Саня, Погода, 5017, Владимир Путин, Дучем. Любитель манты и до. Все, вроде все есть. Сашка, одна ракета и Харьков русский. Стиль. Почему я не прохожу? Я что-то не могу сделать. Максимум 3 игрока в течение... А в чем теперь проблема? Что я не могу перейти на следующий этап? Нет, конечно, может быть, это то, что у меня слишком мало людей. Я хрен узнаю, в чем проблема. Подожди-ка, добавить игрока. Кого мне добавить? Томас Мюллер? Играть может 10 минут. Сашка, да мы еще не дошли до номеров. Так, нам нужен в команду. Кого нам в команду-то отправить? Что за прикол? Мы можем добавить игрока, его продать и взять много денег. Да. Так, давай-ка, самый дорогой кто у нас? Хазар, значит. А, я по деньгам, может быть, не прохожу. Я, наверное, по деньгам не прохожу, я понял. Так, ну тогда придется удалять игроков лишних. Короче, играть, походу, будет некому просто. А где вот... А, вот. Потрачен бюджет 5 миллионов, а у меня всего лишь миллион, блин. Я сейчас, короче, сейчас придется, походу, статы игрокам снижать. Так, 19. У меня сейчас, короче, играть некому будет, походу. Так, Никита, пошел вон. Да, придется статы понижать. А, интересный факт, получается, что 25 в неделю, да. Так, прикол, да. Прикол в том, что мы вообще в бюджет не укладываемся. У меня уже 15 человек осталось. Мне играть некому, блин. Ладно, разберемся. И не с такого выходили. Максимум надо 12 человек. Если бы, короче, вообще прям жесть будет. Будем покупать игроков, потом добавлять прям этих. 12 человек осталось. Все, больше людей нет. Просто. Все, 11 человек. Мне, короче, надо будет статы как-то убирать. А еще в чем прикол? Подожди, я не могу поменять, что типа прикол. Если возьму авто... Блин. Слишком жесткие статы мы сделали, поэтому клуб не вывозит. Добавить зубу из-за лимита. Нет. Тут прикол в том, что, типа, у нас вот Эдо стоит несколько лямов. Его надо переделывать будет и делать поменьше статы. Ну, не только ему. Да, только ему, наверное, и придется делать. Так. Давай-ка сейчас мы тебя переделываем. Я все равно по бюджету не прохожу, блин. Блин. Короче, сильных игроков ты хрен создашь. Я понял. Мы будем выживать как можем. Будет весело. Делай. Да, сейчас придется переделать. Бюджет не потянул. Страна Армения. Блин, почему две Армении? По этим данным, сейчас я посмотрю, я прохожу, не прохожу. Так, персональные данные, профиль игрока. Блин, ну это прям вообще печально. Так, нам нужен атакующий полузащитник. Короче, Сашки. Сашки тоже снизить? Да, обязательно. По сути, нам нужен один топовый нападающий, который будет тащить игру. Остальные там разовьются. Мы все равно молодые, типа, народ. Давай немножко поснижаем статы. Придется, да. Слишком большие делать нельзя. 275 тысяч. Слишком дорого. Создаем. Блин, ну еще дороже стал. Да что за херня? Сделаем мне стат максимум 15. Тут, короче, сейчас все реально переделать придется. Либо
Блин, а почему-то эту систему нельзя поменять. Прям вообще печалька. Так, кому мы сделали охрененные статы? Сани Мазути, да, убрать. Так, нам, короче, надо Саню Мазуту поменьше сделать параметры. Марат Бананов, если уберем, не поможет. И Путину надо. Давай, поехали. Будем пересоздавать опять. Так, Саня, да, не... Блин, ну почему все равно Россия, да? Короче, надо либо парочку игроков топ-топовых делать, а дальше уже как получится. Печально. И нас так 11 человек, блин. Мы не затащим. У нас одна травма, и все, мы технарь получаем. Либо какие-то ноунеймы. 50-17 понизили, все равно его нет. Действительно. Сани Мазута. Так, вот. Причем я возраст сделал маленький, все равно он типа не прокатывает. Нормально. Нет, ты у нас будешь атакующий полузащитник на все 100. Отношения понятно. Так, технические характеристики, физические. Блин, как повезет. Там украинец все жрет. Я как бы тут. Саня, Саня, придется снижать статы. Уж извините. Блин, мне надо где-то еще 70 тысяч. Где 50-17? Понятно. Нам надо и Путину поснижать характеристики. Надо снижать. Я не знаю, что будет. Короче, изи не будет точно. Я посмотрю, сколько нам... Нет, мы все равно не укладываемся, я вижу. Даже тень параметры. Так, возраст. Четвертый год. Персональные данные. Профиль игрока. Позиции. Левая нога. Центральный нападающий. Ну вот на эти характеристики немножко накидаем еще. Молчи, тебя нет. Так лучше полночку сразу двух делаешь. А, в смысле? Где 50-17? А что, нету, да? Надо убирать характеристики. Блин, цена все равно 2 ляма, ты прикинь. Может быть, с того, что типа универсальные позиции, вот это надо чисто на одну только ставить и не париться. Нет, цена все равно 2 ляма. К чему? А. Придется снижать. Блин, почему 4 миллиона? Сейчас, 5 сек я подойду. Но будем решать потом. Где 50-17, когда придет, нет его. В натуре вперед живет, погода, погода. Сейчас посмотрим. Так, все, я снова на месте. Сейчас будем разбираться за Донбасс. Подожди-ка, знаешь, что прикол? А если я просто уберу половину игроков и начну сезон, максимум... Я могу начать маленьким составом, просто вот из тех, что есть. Вот Владислав Сергеев, пошел вон. Так, любители, вроде всех создали, да? То есть мы даже составом 9 человек не вкладываемся, блин, в бюджет. Что за херня? У тебя толчок что-то, что ли, прорывает? Нет, нет, мне надо просто... Семья, все дела, я поэтому надо будет отходить. Но сейчас нет, такого не будет. Любителя манты надо, походу, будет переделывать. Он слишком дорогой, блин. Да, создать игрока. Я не буду писать любитель манты, хорош. Это слишком как-то это. Будет рохнуть, сейчас два игрока получат травму, чисто в дитром будем играть. А там тебе технарь будут давать, по-моему. По-моему, так работает. Я оставлю только своих, кто сказал семья. В смысле, что? Я только сейчас заметил, что у тебя на футболке флаг Италии. Ну, как бы да. Типа того. Сейчас. Там и Италия написано, как бы. Там погода, жрет.
Сейчас посмотрим, сейчас еще тоже переделаем. Больно мне, больно, блин. С таким бюджетом, да, будет больно. А, так, цвет волос темный. О, серый, нет, серый это нет. Серый это Гендальф, не центрального защитника. Окей. Так, позиция. Ты левый защитник, центральный будешь. Нам левая нога играет? Не знаю. Вроде цена просел немножко, не знаю. У меня в комнате флаг СССР. А, понимаю. Блин, флаг СССР стоит дороже, чем флаг России. Вот такой прикол. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я запущу, у меня что-то чат подвис опять, я гляжу. Да, все нормально, все работает. Где 50-17? Он есть, он тут. Придет статы понижать. Блин, нас разнесут как щенков, походу, если с такими статами-то. 1 миллион цена. Да почему миллион, из-за чего? Надо еще ниже делать, что ли? А, психологические статы очень мощные еще. Наверное, за это. Сейчас посмотрим. Адмирал рано. Подожди, да, действительно, еще пока рано. Мы вообще в бюджет не укладываем. Блин, да почему 5 миллионов? Да что за херня, блядь? Проходи, еще они дрожают, удрожают. Блядь, погода. Подожди, я сейчас тебя этот... А если тебя удалить? Блин, вообще не помогает. Вообще никак. Твою мать, как это исправить-то? Нельзя, типа, создавать слишком сильных игроков. Почему я русский? В смысле, да? Блин, ну... Зато будешь играть за сборную России. Так, создать игрока. Так, погода. Погода, походу, у нас будет... Магомед Гавлис Сулейманов, понимаю. Мы, короче, вообще не можем создать из-за того, что мы вообще в бюджет не вкладываем. Клуб какой-то, ну, наверное, сделал грулевые посты, все сделаем. Что? Так. Погода. Так, вкладываем. Я, короче, оставлю Россию, потому что-то у нас уже прям печально. Гослуб сменим, нах. И сейчас стану все создавать. Нет, вообще, по идее, взять богатый клуб было. Блин, они дорожают. Да что за херня? А я могу этих игроков сохранить и просто сейчас перенести в новый шаблон? Хотя бы так сделать, чтобы... Саня, не я все знаю. Загрузить, автозаполнение состава. Го нулевые статы сделаем. Ну это вообще печально будет. Подожди, либо если только менять реально команду. Я заменил луч. Может быть из-за того, что у него денег нету. Я сейчас могу по-быстрому переделать. И как бы типа не принципиально. Сейчас всю команду переделал. Подожди, может быть здесь может деньги. Здесь нельзя переменять по деньгам, смотри-ка. Это будет печально. Грейс где-то сейчас делает команду. Да и сделать-то не могу. Мне как-то решить вопрос с деньгами. Так, редактирование партнерства. Может, блин, добавить клуб какой-то. Мне деньги будет отчислять. Головной клуб. Так, дата завершения. В 29-м году. Так, чтобы он мне... Субкоманда, дочерняя команда... Нет. Обычный дочерний клуб, чтобы мне деньги давал, блин. Финансовая помощь, ежегодная выплата. Я настроен серьезно, добавь Баварию. Блин, он это столько не даст, конечно же. 10 лямов хотя бы, давайте мне вместе. Так, осталось только выбрать, какой клуб у нас будет. Нормально, пойдет. В смысле не был установлен? Как? Что за херня? Я типа не установил клуб? Печально бывает. Стрим длится почти час, а мы еще не играли. Это точно. Выбрать клуб. Так, кто наш главным клубом будет? Реал Мадрид, блин. Пофигу. Да почему? Нет такого клуба. Как нет? Реал. Реал Себастьян. Нет, Реал Мадрид. У них по-любому денег много. Мадридс? Нет, это фейковый клуб. Нет, вот это, наверное, Реал Мадрид. Так, и финансовая помощь ежегодно. Нет, ежемесячную, пожалуйста, мне обеспечите 10.
Ну ладно, хотя бы миллион. Хрен с ним. Так. Да почему нет? Они не хотят с нами работать. Мы 60 минут ценим команду. Мы не можем создать. Смотри, я сейчас... Я не прохожу по этому сраному бюджету, блин. Если возьму автозаполнение, просто, знаешь, выбирать лучших игроков и их переделывать как-то. Это другой реал. Да, поэтому я отказался. Поэтому, если возьму автозаполнение, у меня сейчас все слетит, 100%. Какую команду лучше добавим? Смотри, сейчас слетит все. Ну как это убрать? Сейчас очистка и все заново. Давай, очищаем и делаем заново. Будем собирать из бюджета. Просто нулевая команда. Можно прям с нуля начать. Добавляем заново. Сколько времени прошло? Час, да? Его партнер с командой Скими Светогор добавит карту металлист. Так, поехали. Так, Эдо. Просто игроков добавляем. Походу по статам как повезет просто. Так, прозвище. Страна Армения. Какой Реал Мадрид, блин. Нация Реал Мадрид. Блин, это, понимаешь, Реал Мадрид это не клуб, это нация. Чтобы вы понимали. Так, персональные данные, адаптация. Блять, придется понижать, блять, походу. Чтобы мы вообще в бюджет вкатились как-нибудь. Пойду пока посуду помою. Да, иди помой. Иди помой. Сейчас КВН идеи, в смысле? Хороший нация, Реал. Реалы хорошие. Блин, почему у тебя такие характеристики? А, может поэтому сотка? Давай хотя бы 70 Блин, да не 170. 70, вы чё? Потенциальный сотка. Дальше мы разберемся. Так, позиция. Атакующий полузащитник. Есть. Центральный защитник нахрен. 90... Вот, идеальная цена. Просто идеально. А, подожди-ка. А может быть, если я сейчас... Вот! Надо изначально, короче, статы делать плохие. Я теперь понял, как надо было делать. Надо было изначально плохие статы делать, а вот эти ставить на максимум, и все. Потому что, смотри, цена из-за этого не выросла. Блин, тем более с характеристикой 70, мне кажется, играть как бы... Оставь сотку. Я сейчас буду пересоздавать. Я, короче, да, немножко это... Сейчас быстренько сделаем. Я сейчас буду, может быть, меньше с чатом общаться, но я сейчас буду быстренько все переделать. Чужие дали, в самолете не поспали. Идеально. Да, вы входите. 97 тысяч, отлично. Эдо есть. Поехали. Любимый трек Грейс. Да, это точно. Так, позиции. Где? Подожди, к общей позиции. Так, начинаем не с 90, начинаем с 70. Потенциальная, да, сотка. А вот этих статы можно на максимум ставить. Блин, я вот не знал, что это так работает. Физически. Так, вроде входит. Сколько там? 89 тысяч, нормально. Роман Григорьев, до свидания, ты больше не Роман. 57, давай, Грейс, ждем уже. Конечно. Он угорает, что ли? Есть, отлично. Где у меня казахом? Ну, до номера еще пока еще, да. Еще долго. Но, блин, я говорю, создать часть игроков, потом остальных заполнить ноунеймом и, типа, нормально будет. Заполнить ноунеймами команду и, типа, и не париться. Так, персональные данные. Блин, а что уже цена 120 тысяч? А я кого создал? А я Путин создал, я понял. Так, общие характеристики, начинаем с 70. Блин, если нормально, прокатит. Так, позиция, центральный нападающий есть. И нормально. Фух, ни хрена себе. Нормально, дай номер. Да блин, сейчас, короче, до номера еще долго, серьезно. Не парьтесь, короче, до номеров еще пока долго. Так, Путин есть. Отлично. Добавляем игрока. 57... Так, Airball, Airball, Airball. Любитель манты, конечно же, как без него. Я даже фамилию твою выучил уже. Я думал, будет проще. Просто создал и погнал. Пофигу. В минус уйдешь, уйдешь. Вообще похрену. Нифига. Так не работает. Казахстан. Так, ты позицию какую просил? Центральный защитник?
Цвет волос темный, нормально. Так, персональные данные. А, профиль общий. Нет, ни хрена, ты с 97 начнешь, с 70. Это слишком много. Вот, цена 100 тысяч, нормально. Потом нам контракты охрененные подписать. И если они, конечно, не уйдут, можно меня Александр Амельченко. Ладно, Сашка, как скажешь. Так, позиция, центральный защитник. Левый защитник тоже будешь, и правый тоже будешь. Потому что хрен его знает, что там будет в команде у нас в дальнейшем происходить. Саня, да, спасибо, что написал. Я сейчас тебя добавлю. Блин, ну с такими статами можно далеко уехать. Просто надо изначально рейтинг ставить маленький, там мы прокатили. Рост 180 или вес 75? Я вас понял. Если это так важно, ну ладно. Сейчас, короче, опять буду заново пересоздавать, ты прикинь? А прозвище Мазута. Там, понимаешь, что прикол? Напишем прозвище, оно так и будет отображаться. Так, 92 тысячи, отлично. Есть. Саню создаем. Саня такой же полузащитник. Лучше прозвище не писать, короче. Меня не забудь. Да, сейчас я буду заново делать. Сейчас мы уже пройдем. А команду будем прям по ходу собирать каких-нибудь там без прозвища. Понял? Понял. Саня Мазута. Так, Украина есть. А, возраст. Как обычно. Я не центральный полузащитник. Чего? А, ты центральный полузащитник. Ну, блин, нам такие нужны. Да, почему бы нет. Так, владеет языками. Вот сотка. Вот видишь, с самого начала сотка, короче. 74 поставлю. Сколько цена? 170 тысяч? Блин, самый мощный игрок будет. Нет, давай 70. Нет, 70. Так, 100... Блин, а почему 150 тысяч? А, понятно, из-за чего. Немножко скинем. Хотя нет, не скинем. Это хорошо. С погодой повезло. Погоде не повезло. Так, позиции, подожди-ка. Да, левый защитник тебя оставил. Так, будешь центральный и... На других позициях тоже немножко тебя раскидаю. Вот. Так, 160... Блин, самый дорогой игрок в команде, прикинь, получился. Блин, так... Эдо есть, Арбол есть, Владимир Путин есть, Аня Мазут есть, 50-17 нам нужен. Сталкер, я в Сталкер помню, помянем погоду. Да, погода такая. Так, 2004 год есть, персональные данные. Изначально, блин, рейтинг 100, подожди-ка, а может быть 70, это считается прям капец как мало. Грей, сейчас денег будет больше, потому что тебе писали ушли. А, действительно. Никто же не знал, что типа это, да? Так, стабильность есть, универсальность есть. Позиции. Так, это кто? Я забыл. 50-17. Ах ты кем будешь? Пофиг, давай центральным полузащитником будешь. Центральный полузащитник. И на другие полузащитные позиции я тебя тоже раскидаю. Даже на всякий случай на нападение, если что. Привет, я вернулся. Да, Терлик Дати тоже привет. Снова привет. А мы все создаемся, да? А что такие характеристики-то стрёмные? Нормально. А. Потому что я рейтинг 70, по-моему, поставил. Сейчас посмотрим еще раз. А, 40, блин! Понятно. Все понятно. Вот так нормально. Я нападающий. О, извините, пожалуйста, извините. Вот так сделаем. Ты лох. Так, 50-17. Есть. Все с деньгами. У нас еще есть примерно еще столько же денег. Эдо, Эрбол, Владимир Путин, 57, Саня Мазут. Кто еще? А, Сталкер. Да, нам нужен вратарь. Причем хороший вратарь, прошу заметить. Вратарь у нас будет с рейтингом 75. А, с большим ростом. Вес, ну, с весом, да, тут, конечно. Так, универсальность, ключевые матчи, г и стабильность. Вратарь нам нужен хороший. Терлик, го! В смысле, а что Терлик написал? А, Терлик создать? Больше надежд нету. И Никиту. А, Никита, блин, точно еще про Никиту. Ты сделал мне любимый клуб. В смысле? А, да. А, нет, не сделал. А, блин, сейчас уже не могу изменить. Но мы все знаем, если что. Так. Я говорю, слишком очень много молодых игроков.
Так, цена 140 тысяч. Короче, вот эти статы можно подкручивать. Стабильность есть. Физические характеристики я сейчас тоже подниму. Потому что хороший вратарь — это залог успеха во всем всегда. Не знаю, кто там будет в дальнейшем потом у нас на капитан идти и так далее. А, подожди, у него позиция не вратарь, нифига. Все. А я вратарский не могу поменять? Какая херня. Никита лучше без прозвища. Не, мы прям так напишем. Никита штурмовик. Цена 145 тысяч. Все, поехали. А, сталкер есть. Так, кстати, кто нам нужен? Никита. Никита так Никита. Ой, господи. Аж... Никита штурмовик. Так, Казахстан. Так, по лимиту я пока вроде прохожу, да? Тоже прикол. Не больше пяти. Чё? Короче, у нас в деревне, собственно, команда по футболу, да? И как называется? У нас тоже была в свое время. Так, Казахстан. Никита, а какая позиция? Чур, у меня номер... Сашка, я помню, блин. Я помню. Не можете говорить про номер. До номеров еще долго. Так, персональные данные, адаптация. Все идеально. Просто. Профиль игрока. Так, 88. Блин, у нас такой не приветствуется. 71. Не более того. 300 тысяч, что-то, ну, многовато выходит. Так, Никита есть. А, психологически поднимем некоторые характеристики. Вот прям вот так вот. Быстро, быстро, быстро. Физически, да, здесь точно стоит подтянуть. Я комментирую. А какие позиции есть? Да, защитники есть, полузащитники. Кстати, правый, левый полузащитники по моей тактике, которую я хочу, типа, играть. Атакующий правый, атакующий левый вообще свободны. А какая у тебя позиция? Подожди-ка. Позиция. А у тебя левый... Блин, почему у тебя левый защитник? Даже мне нужен атакующий полузащитник правый. Вот прям нужен. Все, будешь там играть. Правый есть, уже хорошо. Так, смотри. Эрбол, Эдо, Никита, Владимир, 5517, Сталкер, Сок, Саня, Мазут. Кто еще? Кто еще? Кто еще? Кто еще? Кого еще знаем? Мы в бюджет укладываемся. У нас еще, короче, лям есть. В чем прикол? А, Сашку, блин, не создали в натуре. Точно, Сашку за... А, есть, Саня, есть, есть. Адмирал и погода. Адмирал нужен, да. Адмирал нам нужен. Адмирал. Так, мне нужен левый полузащитник, кстати, в команде. Так, адмирал Молчанов. Такое. Так, хорошо, есть. Это персональные данные. Это мы все поднимаем. А, профиль игрока. А, мне нужен левый атакующий полузащитник. А, подожди-ка, правый атакующий есть. А где левый атакующий? А, вот, крайний полузащитник. Блин, ну хрен на себе название, блин. И на другие позиции я тоже раскидаю. Как клан называется, в смысле? Какой клан? Какой клан? Так, рейтинг 90, нет, 75. Сделаем. Цена 155. Так, остальное вроде я во всем тут вроде... А, вот, тут печально. Будет смешно, если полузащитники будут забивать больше, чем полузащитники. Вот это будет прям прикол. 57 хочет стать агента, все агенты приходили через это. Ну да, согласен. Так, есть. Адмирал есть. Нам нужен теперь еще... Погода-погода, да? Так, у меня нет счета одного центрального полузащитника. Поэтому ты будешь им. И на другие позиции, чтоб тоже, если что, да. Так, а в смысле, а что все левши в команде? Так, мы, я говорю, сейчас нормально будет. Дуть, а, дуть точно еще. Нас еще защитники правые там нужны еще. Вратарей, я не знаю, запасных там вообще что будет. Что с вратарями будет? Там, надеюсь, я бомбардиром буду нафиг. Я буду играть, короче, в два нападающих и в атакующих полузащитников. Там, блин, а может Алтына, он у нас танками владеет. Посмотрим сейчас, как по бюджету будем входить. Так, Украина. Блин, одни украинцы в команде. Украина. Unscapman, так, это все есть. Честная игра, конечно же. Так, рейтинг, так, подожди-ка, погода. Так, мне знаешь, что нужен? Мне нужен правый полузащитник. Ой, правый защитник.
Правый крайний защитник. Да, играй где хочешь, хоть на всех позициях. Будешь всех заменять, главное не вратарь. Вообще пофигу. Так, а общие по 90. Слишком много. 75. Погода не из Украины. Пофигу, будет из Украины. Вот и команда собирается. Сделай минора и банана по типу ребровый Ещенко. О, да. Так, кого мы сейчас дучим не создали, да? Мне нужен левый защитник. А, он уже есть. Ну, короче, создавай левого защитника и на другие позиции тоже раскидывай. Потому что, знаешь, мы как в дворовом футболе. Сегодня ты играешь здесь, завтра ты будешь играть в другом месте. Потом вообще не играешь ни хрена просто. Я, короче, так много сейчас народу создам. Только знаешь, в чем дело? Мы сейчас такие характеристики сдаем. Я не знаю, как они будут играть. Но будет печально. Так. Так, персональные данные. Давай здесь немножко подымем. Блин, походу все игроки получили. Путин делали прям по минимуму. Бля, сделал внимание, чтобы он выходил раз в год. Сделаю склонность к травмам, там, уставшись. Да-да-да, сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Так. А чё, какая цена большая? Подожди-ка. Подожди. А, вы у нас 75. Нормально. Блин, для 16 лет, мне кажется... Так, у меня еще 500 тысяч осталось. Итого у нас... Так, у нас сейчас 10 человек. Уже 10 человек в команде, ты прикинь? У нас, в принципе, уже команда собралась. Мы сейчас соберем свою полную команду. Е, анархия, мама. Так, внимание нам нужен, конечно же. Это будет рофл игрок просто. Так, Украина. Нет, мы сейчас сделаем... Да ладно, пусть будет Украина. Если я сейчас по лимиту пройду вообще, а то сейчас придется удалять. Так, возраст, что-то он там побольше возраст. 2000 год поставлю, короче, пофигу. Себя создай. Себя? Блин, ну хрен его знает. Давай, кстати, сделаю, если что. Внимание, Алексеев. Нормально. 19 лет. Нет, не 19, подожди-ка. Хотя бы вот так поставим. 17 лет. Так, персональные данные, адаптация. Ну, адаптация нормальная, а амбициозность, конечно, большая, лояльность хреновая, давление, так, профессионализм, честная игра, вообще, нет. Темперамент, оставим конфликт, конфликтность максимум, конечно же. Так, профиль, текущий способность 108, чего? 70, как и всем поставлю. Грей, себя сделай, а, не успел, ну да, сейчас сделаем. Так, стабильность, стабильности мало. Грязная игра, о да, грязная игра. Ключевые матчи, ну блин, там спина болит. Поэтому нет, снизим, склонность к травмам максимум. Универсальность, нет. А, он защитник, он говорил, что он защитник. Левый либо центральный, я хрен узнаю. Будет центральный. Центральный нам нужен. Сделать себя капитаном, нет, я капитан не буду. А, что? Все нормально, что вы мне рассказываете. Так, это оставим все как есть. Подожди-ка, надо посмотреть только карти. Нормально, сойдет. Так, левый, да. Он левый, я понимаю. Так, того у нас уже 11 человек. У нас команда есть. Кого еще создавать? Себя? Блин, я себя создал, знаешь, вратарем, который будет сидеть на замене. Он говорил. Ну, он много чего говорил. Так, давай я себя создам. Я себя создам реальным возрастом, чтобы еще я быстро карьеру завершу и уйду. Блин, а почему Макс... Грейс Зотов. Нет, моя фамилия не Зотов. А, бананы Минора, да. Так, мне... Я... Нет, я 94-го. Я себе сделаю реальный возраст. Да я еще день рождения поставлю настоящий. Так, цвет темы нормальный, персональные данные. Вообще, по факту на воротах играю. Но я еще в нападении играю. Я такой игрок в реальности. Мне можно характеристики хреновые поставить. Типа, я хреново играю. Нет, статы 98, нет. Я поставлю себе 68. Так, свой реальный рост. Ну, давай сделаем. Так, у меня рост 172. Вес, блин, короче, я купил весы. У меня сегодня показывают, что я вешу 71. Ну, я, короче, так ребенка взвешиваю. Я, короче, с ним встаю на весы, потом без него. И сначала мне показывают, что он у меня весит ребенка 4 килограмма. Потом 3800, потом 3500. Я говорю, нихуя, говорю, ты, блин, эксперт по похудению просто. Ну, короче, весы глючены. Мой вес примерно, я не знаю, где-то 67, наверное, где-то так. Грейс, посмотри фильм «Годзилла против разрушителя». Это классный фильм, когда поймешь, какими способами обладает Дискорд. Но не факт, что на самом фильме поймешь. Ну, блин, да, возможно. Сиреноголовый такой. Психологически агрессивность у меня будет большая. Самообладание у меня будет минимальное. Концентрация, ладно, оставим. Так, импровизация, лидерство, грабить мяча, выруб по деткам, отыграть в ведение поля, работоспособность. Вот этого, конечно, снизить надо.
Так, по поводу физически, из всего этого ничего хорошего. Я буду, знаешь, как игрок сделал Навального, а Дучем я вроде сделал. Так, и спец какие-то роли. Сейчас я скажу. Блин, есть какой-нибудь рофильный? Прям. Бьет на силу. Ну нет такой, ладно. Отлично. Так, там у нас 12. И все, короче, нам на одного игрока осталось. Одного игрока сделать. А Дучему я же... Да, я Дучему сделал. Нам нужно сделать женщину из Молдовы. Ой. Давайте не будем. Так, сделаем Марата. И все, наверное, пойдем. Марат будет слабыми характеристиками, сразу скажу. Но он будет чувак, который будет нас подхватывать на замене. Он будет на всех позициях. Сам Алекс Криш из Молдовы. Ага. Будет Марат Бананов. Но он будет играть на всех позициях, кроме вратаря. Так, темно-коричневый цвет волос. А Марат Акаев. Марат Акаев, вы что? Все одного возраста. Так, персональные данные. Конфликтность максимальная. Темперамент высокий. Честная игра, вот эту убрать, конечно. Профиль игрока. Так, по деньгам я вроде вхожу. У него по сумме 77. Короче, Марат, а как же Куплинов? Ты Терлика сделал? Блин, кстати, нет. Сейчас, короче, я Марата сделаю статистику 60. И сделаю Терлика еще. Так, Марат у нас будет играть рост 1,50 м, а вес 120. Чисто рофлый игрок, который будет входить на замены. По позициям он будет играть на любой позиции. Он универсальный. Но по характеристикам он будет... Хотя, подожди, можно делать хорошую характеристику. В плане психологии. Давай, это будет единственный рофл игрок. Терлика, да, Терлика надо. Мне надо больше народу заполнить все это. Марат как Месси. Да. Это, поверь, это будет самый мощный игрок в команде. У него изначальный рейтинг будет херня. Но смотри, какой сейчас. Мы его потом продадим просто, и все, если что. Сделаем Марата в Афганистан. А я по лимиту 5 из 5 взял, поэтому, наверное, нет. Один... Блин, осталось прям... Бля. Так, ну давай попробуем создать игрока Терлик. Но я не знаю, как мы войдем в бюджет. Если нет, то сейчас будем практически... Так, мне надо всего лишь там... 5... Блин, на 5000, Никита, мы же не Твичи. Да, мы не Твичи, так что делать что хочешь. Сейчас попробуем. Блин, про Терлик-то забыли в натуре. Геймер. Там был просто геймер петухов написано. Ну ладно. Так, это мы все взяли. Персональные данные. Мы сделаем характеристики хорошие. Хорошо. Изначальные характеристики надо сделать меньше, чтобы мы вошли в бюджет. Если сделаем 60, мы не входим. Блин, а если 10, то это вообще херня будет, да? Блин, и 10 не входим, прикинь? Блин, Терлик, все плохо. 11, даже 11 тысяч. А если 1 поставить? Блин, даже 1 не входим, прикинь? Давай, короче, попробуем рискнуть. Я ему сейчас вот эти все статы поставлю хорошо. То есть, типа, он будет развиваться. Но если мы сейчас в бюджет не пойдем, то... Либо мы уже из действующего игрока создадим Терлика. Так проще всего будет, наверное. Просто идеальный игрок, ты смотри. Как выбрать все просто? Все. Все, что можешь. Бьет на точность. Бьет. Бил, бью, и будет бить. Терлик, если что, сорян. Нет, мы если что из готовых игроков сделаем. Там найдем какого-нибудь 16-летнего, возьмем в команду. У меня цена 10 тысяч. А, мы входим. Блин, нам нужно было характеристики получше сделать. Все, короче. У нас в команде 14 человек. Yeah, United States of Shrek. Yeah, yeah. Вот. Короче, я вспоминаю, у нас была команда Нижний Новгород. Не та, которая сейчас, а раньше. У них, короче, была проблема с деньгами, с игроками. Они играли в 12 человек. И они заняли третье место в ФНЛ в своем году. Я не помню, в году в 11-м. Но ее закрыли из-за того, что, типа, смысл в Нижнем две команды. А эта команда выходила тоже в премьерку. То есть у нас могло в Нижнем две команды играть. Ну что же, Эдом, Эрбол, Никита, Владимир, 5017, Сталкер, Адмирал, Погода, Погода, Дучем, Грейс, Марат Бананов, Геймер, Терлик, Сани, Мазута и Нимания. Я думаю, вроде никого не забыли. Думаю, что можно начинать. Стиль управления. Так, я себе ставлю, короче, ладно, характеристики на максимум.
Просто хрен знает, с такими деньгами нам может не помочь. Хотите утвердить данный клуб? Да. А, добавить новых менеджеров? Нет. Да, начать игру. Да, запишите. Номер 60 Кекляндия против Грейси. Сейчас посмотрим. Так, игра сохраняется. Сейчас... А, хотячку. Нет, я не знаю, куда отходить. Нормально. Наконец-то. Грейс принимает предложение клуба Пейджес Грейс Серпухов. О, да. Контракт, который действует последний год. Котлеров, Пономаренко. А вы кто вообще, блин? Подожди-ка. Тут рандомных чуваков херова туча, блин. Но мы сейчас уберем лишних. Да начнется первый матч во славу Годзиллы и Лего. По цене, давай посмотрим. Самый дорогой игрок у нас 50-17, потом Сани Мазут, Адмирал и Док Чиня. Ну где Путин вообще? Путин 165 тысяч, 14 лет. Вот, короче, мне надо удалить... А, Грейс, блин, тут... А почему у меня 25? А, FM 20 же. На этом все, стрим окончен. Да, действительно, все, встречаемся на следующем стриме. Всем пока, короче, на Твиче увидимся через полчаса. Вот, короче, смотри, здесь куча народу. Вот они мне нахрен не нужны. Сейчас, короче, вот, кстати, из этих игроков можно... Знаешь, что сделаем? Мы вот 19-летних всяких вот уберем, а 16-летних оставим как в команде. Да, Донбасс, вставай, время твое пришло. Теперь надо... предложить контракт? Я хотел уволить, типа, вообще-то. Я чё, я рус, а не Фиот. У нас, короче, проблема с лимитом, поэтому ты рус. Да. Так, врач, это ожидание клуба. Какие ожидания? Приобрети игроков в росте 23 лет для первой команды, работа в бюджет равно зарплате. Избежать вылета? Все, серьезно? Избежать вылета? Вообще без проблем. Я думаю, все будет нормально. Надеюсь. Так, принять нынешний план развития. Даже спорить не буду. Так, по тактике. Давай сразу же посмотрим. Так, мне нужно запарковать автобус точно не про нас. Нам нужно владение под контролем, создать собственный стиль. За меня 155 тысяч предлагают. Да, я младше своего возраста на 11 лет. Серьезно? Блин, ну типа, знаешь, ты дольше поиграешь, у тебя больше возможность там будет там развиваться и так далее. Так, оставьте вот такую тактику. Я сейчас сам разберусь, как мне надо. Я хочу сделать, играть примерно... Нет, это фаталити, мне кажется, если мы так сделаем. Нет, так не стоит делать. Идеально. Вот так будем играть. А мне 13, как мне сейчас лет, хотя в сентябре будет 14. Ну смотри, если был бы FM... Если был бы FM 21, то там бы все сошлось. Так, совет по выбору состава. Так, мой менеджер, что он мне скажет? А, 50-17, Путин нападение, Адмирал левый фланг, штурмовик правый, Мазута погода в центре поля. А, Дучим левый защитник, внимание, Лео центральный подзащитник, Бананов, Марат центральный защитник, Сагим Эрбол, да, Сокол ворота. А, на замене Грейс и Эдо? А почему Эдо на замене? Подожди, а что у него за позиция? Нет, защитник... Типа слабее? Может мне номер 10, Сашка? Я приду через... Ну, 10. Я понял, но тут, короче, есть проблема, то, что... У нас проблема с заменой, но вот эти вот ноунеймы, они, короче, пусть так и висят у нас. С этим мы вопрос решили. Так, по составу. А, игроки... Так, номера. Давайте с номерами решать. Так, Никита Штурмовик, 13 номер. Хорошо, давай. Он свободен, забираешь. А, Саня просит какой? Десятку? Саня, ну если ты не плохо заходишь в сезон, десятку у тебя заберу. А, Эрбол, 65-й. Отлично. Вставай, Донбасс. Так, 65-й номер. Так, Эдо, 7-й номер. Можно номер 10. Сашка, я тебе дал 10-й номер, блядь. Эдо, 7-й номер. Хорошо. Хотя у тебя любимый номер, типа, 3-й? Ну ладно. А чё я... На полузащите. А ты что хотел? Я уже просто забыл. Я там через какую-то другую позицию. Это, короче, мне автоматически выставил тренер. Я не знаю. Так, Грейс. Я себе возьму сразу свой любимый номер. 17-й я займу. Сталкер 99-й. Все, хорошо. Хорошо. А 17-й ты мой номер взял. Ладно, я тогда возьму себе 71-й, а ты 17-й. Ладно, так и быть. Так, Адмирал, ты 17-й? У меня просто 17 тоже любимый. Так, Грейса, пошел вон, Грейса. А я буду играть под первым. Мне пофигу, я буду под первым играть. Правый защитник. А, ты хотел... Да ладно, нормально, в полузащите, зато голы будешь. Я хочу быть на центре. Мы тебя еще поставим, знаешь, тренировать позицию. Там же есть такая тема. Так, Марат, твой номер не выбрал. Терлик не выбрал. Нимани не выбрал. А, не выберет. Путин хотел какой, я не помню. 23-й, я не помню.
Короче, он придет, мы ему номер выставим. Пока назначим все, что есть. Поставить банана 01. Банана на первый номер поставить. Ну давай, короче, ладно, банан будет первый. Блин, у Грейса уже второй раз номер отобрали. Да что за херня? Я на физре лучше за вратаря играл. 23-й ноги? А, Путин 23-й? Все, давай. Путин 23-й. Блин, а какой мне тогда взять? Блин, я не знаю, я C71 тогда возьму. 17-й забрали, заберу 71-й. Все, остальные пока номера не взяли. 50-17 вроде ничего не говорил. Все, пока назначаю эти номера, банан взрыв устроит. Так, по турниру. Следующий матч когда у нас ближайший? Скажите, пожалуйста. Предсезонная подготовка. Так, трансфер... О, Городея. А что, Городея, это чей клуб? Беларусь! Я понял. Матч против команды из Беларуси у нас будет. Так, меня интересует первый дивизион. Блин, это будет больно. Кстати, хорошо то, что взял редактор. Видишь, у некоторых команд появились свои эмблемы. Так что да. По тренировкам разберемся. Так, что это такое? Так, список штрафов в сезоне. Пропуск тренировки. Оставим все как есть. Если самоволка, лишение зарплат на 2 недели. Прям по максимуму. Удаление оставим как есть. И самоволку осуждаю. Купи того, кого из химик Светлогорск. Сейчас посмотрим вообще. Сашка, ты понимаешь, в чем дело? Нам как бы не надо сейчас деньгами вопрос сорить. А, с финансированием что? 500, да, денег-то. А почему я не могу редактировать? Финансовый статус плохо, я уже понял. Почему я не могу... А что за прикол? У меня, короче, редактор не работает. Подожди, может быть это баг какой-то? Мне это не нравится. Короче, может быть что-то не подгрузилось, но, короче, тут есть вероятность, что меня уволят из своей же команды. Круто. А, я подготовил отчет. Так, лидера команды нет. Авторитетный игрок Грейс в команде. Все, больше пока у остальных, все, кто находится ниже меня, типа, пока еще не ясно, кто из них. Что такое самоволка? Ну, короче, типа, не пришел и все. Так, собрание команды. Я лично хочу представиться в виде... Все довольны. Саня Мазута мне сказал, добро пожаловать, я рад, что вы работаете здесь. Надеюсь, надолго продолжим сотрудничество. Пацаны, короче, мы будем бороться за выживание. Все согласны. Идеально. Не надо завышать амбиции. Все, поехали. Всем настроение понятно. Подай меня от центра и продай других футболистов. Из армии сбежал. Да, типа самовольное оставление части и так далее. Так, выбрать капитаном команды. Мне предлагают сделать капитаном Погоду, а Владимира Путина сделать замом. Вот понимаешь, в чем дело? А, и это я сказал, чтобы модера получить. По факту, знаешь, давай сделаем, знаешь как? Давай такой прикол. Кто будет хорошо играть, забивать, тот и будет капитаном. Мне 27 номер. Окей. Сделать себя капитаном. Да, короче, я как сделаю? Я сделаю капитаном себя пока что на данный момент. Да, Грейс должен быть капитаном. Замом? Грейс, алло, да сейчас я посмотрю. Моим замом пока что будет... Кто же будет? Я даже не знаю. Чур я. Ты это написал, ты будешь замом. Все, короче. Все, ты успел. Ты первый, кто написал. Так, короче, а дальше уже по игре. Кто будет хорошо играть, тот будет... Я, короче, свои себя полномочия сложу, как, короче, ну, типа, как и на сервере руководитель и так далее. Там уже будем выбирать. Капец, мне скинули гифку в мухи и думал, что это реально мухи. А, я знаю этот прикол. Может, Путин уже главный? Нет, Путин не будет капитаном. Капитанский пост нужно заслужить. Все, поехали. Блин, Погоду выбрал капитана, Владимир. Блять, Погода. Как так-то, блять? Ладно. Так, состав. Номера. Так, 50-17 хотел 27 номер, да? Хорошо, номер свободен. Без проблем. На следующий матч с командой из Беларуси. Может, путь... А, это старт сообщение. Все, понял. Блин, шансов мало. Работа на тренировках ключ к успеху, конечно. 50-17 получил травму, ушиб колено. После жесткого столкновения на сегодняшней тренировке будет восстанавливаться 2-3 дня. Все забыли Навального. Нет, Навальный сидит. Навальный на месте. Так, через 5 дней у нас матч с командой Городей из Беларуси. Вратарь может стать капитаном? Да. А почему нет-то? Кенфеев же в ЦСКА также. Блин, сразу получил травму. Не успел играть, уже травму получил. Да что такое? Ты теперь, походу, за место минора будешь. Так, предлагаю вам выбрать следующий матч. А, 57... Да, конечно. Конечно.
Конечно. А что, уже матч, что ли? Сейчас, 5 сек, я подойду, и будем уже, да, сам матч, соответственно. Стул как Dream, стул вышли, мне автограф, пожалуйста. Стул легенда. Он ушел, нет, я на месте. Левандовский успешно справится по самой задаче. Какой? Так, хорошая тема развития молодых игроков. Блин, причем прикол, у меня реально не работает редактор. Я, блин, хотел там денег накрутить. У нас, короче, по финансам убыток 9 тысяч, 10 тысяч долларов в месяц, блин. Поставь меня в центр. Подожди-ка. Airball. Давай посмотрим. Ты у нас защитник правый. Тебя, короче, значит, надо тренировки тебе поставить. Тренировки на новую позицию. Так, ты что хочешь кем быть? Центральный полузащитник? Полузащитник-центр. Да пофигу, оборона пока что. Тренируйся на эту позицию. Интенсивность, ну пока не надо. А то у нас 50-17 сломался первую же тренировку. А вы просили увидеть предъявление список игроков, которые брались на предсезонный тренировочный сбор в Беларусь. Матч с Городея, Шахтер Солигорск, Узда и Минск. Автоматически. У нас всего лишь 13 человек. Нам что тут, блин, в один в автобус запихнули в фазик и поехали. А, центральный защитник? А так, ну все. Ну пусть ты полузащитником, нам тоже надо тренировать. У нас народу не хватает. Так, все нормально. Так, что, 50-17, что? Все нормально, все, будет играть. Отлично. Все, матч, пацаны. Мы играем на выезде. Мне предлагают, так, 50-17. Так, Грейс, я сижу на замене. Так, а моя позиция какая вообще? А почему левый защитник? Я же тебя не левым защитником ставил. Я не левый защитник. Я хочу центральный защитник, подожди-ка. Эрбол. Подожди, а ты где вообще? А, ты на правом играешь? Ну, ты, кстати, в центре можешь сыграть. У нас на правом фланге есть Марат Бананов, который может играть. Внимание, без номера. Не знаю, какой ему номер взять. Шестерку дадим. Наконец-то, да. И Эдо у нас... Блин, а чё я Эдо позицию... у тебя такой же подожди центр. Так. Чтоб мне такой... Блин, по такой тактике играть нас разнесут. Мы давай попробуем. Это товарищеский матч. В принципе, пока что нам надо опыт набить. Идеально. Саня будет один тащить просто. Идеально. Подожди-ка, а может быть атакующий... Блин, он не тащит. Какая-нибудь защитник атака? Ну, если вот так играть, это вообще не дело. Саня вообще не вывезет. Да начнется матч, да. Погода пока на замене сидит, потому что его пока нету. Есть, конечно, Грейс, но... Так, а Дучин какая позиция еще есть? А, он в центре может играть, отлично. Так, а что мне с тобой сделать-то? Ладно, короче, пока так начнем. Нормально, пойдет. Утвердить состав. Берлик не может быть заявлен на матч, в смысле? А я его не заявил, что ли? Ой, ну ладно. Ну уберите его из состава тогда, блин. В чем проблема-то? Терлик не может быть заявлен на матч. Ну бывает. Как мне тебя удалить вообще? Все, нормально. Давайте правую левую защитника двинем наверх. Чтоб нас вообще разнесли. Нет, ну прикинь, сейчас мы порвем. Это будет вообще прикол. Нормально, кстати, по звуку? Не громко? У меня прям просто орёт немножко.
А, смотри, они вообще... Блин, 8 защитников сели, да ну нахер! О, нихера себе, у каждого фотки есть. Мне просто интересно, кто как выглядит. 50-17, это оказывается с бородой, да? И Путин, кстати, тоже. Вы что, два брата, что ли? Ладненько. Поехали. Так, в раздевалке я вам скажу страстно, что мы обязаны побежать в таких матчах. Поехали. Так, время надо ускорить. Это прям вообще не дело. Так, опасных моментов высокая. Поехали. Мы браты раки. Сейчас посмотрим. Твою мать, мне забили уже? Не, повтор не надо. Никаких повторов, блин. Не хочу на это смотреть даже. Нас уже раскатали. 50-17 с мячом. Блин, а нормально форум вроде смотрит. Если что, поменяем со временем. Изи. Изи просто. 50-17 гол. Понимаю. Владимир Путин агрессивен. Сталкер Сокол хладнокровен. Отлично. 1-1 товарищество. Пока что все хорошо. Эдо бил поворотом. Да-да, твой первый гол на предсезонке. Надеюсь, в чемпионате будешь так же забивать, потому что, ну, блин, без голов вообще никак. Вообще никак. Прям печалька просто будет. Ладно, разберемся. Сейчас надо статистику по матчам посмотреть. А можно помедленнее? Помедленнее? А, ну, давай-ка я немножко снижу. Просто я, типа, знаю, чтобы, типа, побыстрее матчи проходили. Мы и так, блин, сколько? Я начал в 6, мы уже 2 часа только настраивали. Ну, походу... В смысле удален? Кто удален? Ух, блин, Владимир Путин, блин! Ты видишь, что я притащу? Да ни хрена не тащишь, Саня, блин, пиздец! Путина удалили, за что, блин? Красная карточка прямая, блин. Это слишком быстро. Пиздец, блин. Подожди, Эдо, ты сможешь играть в полузащите? Никита! Никита тоже не может. Так, есть погода. Никита, короче. Пока на этот, на банку. Продолжаем играть так. Лол. Тупая мусорная сборка. Да ну, хорош. Зачем-то. Никита, 11 крутой номер, да? Я, кстати, не обратил насчет внимания насчет номера. А, да. Монгольская музыка нам поможет, это точно. Ну, блин, Путина удалили, лол. Ладно, это товарищеский матч. Ну, блин, красную карточку получить прямая. Я не знаю, что он там сделал. Слишком агрессивен, если честно. У нас на замене есть еще один человек, по сути, из известных. Все, это я. И это левый защитник, как бы. Так, удар по воротам. Серпуху, 12 ударов. Неплохо. Неплохо. Общение с командой, скажем страстно, что мы здесь лучшие просто. Вы просто в десятером пока тащите. Давай ради всей агрессии, Никит, слышь. Я пока буду на замене сидеть. Зачем? Наверное, он кому-то... Да, может быть. Или подкат сзади, там, не знаю, удар локтем, там, всякая херня. Блин, ну вообще по ударам, кстати, много. Ну-ка, давай-ка атаку сверхатакующей дадим команде. Я не знаю, мне кажется... Мне кажется, нас в ФНЛ разнесут. То есть нам надо 4 товарищеских матча скатать. Как-то сыграться. Разыграться. Что было? Ты красную карточку прямую получил в товарищеском матче. Ну, голевую передачу сделал на 50-17. Мы пока что 1-1 идем. Ударов много, да. Мы бьем, ну, чуть больше. Есть гол. Внимание, забивай. Да как так-то, блин? Подожди, 70 минут прошло. Тебя Подожди. 70 минут зашло, тебя надо заменить. Тебя надо менять, ты устал. Ладно, так уж и быть, я выйду на твое место. Так, а Дуча может играть в центре? Да, может. Я выйду вместо него. Он устал, надо менять. Потому что, блин, полтора часа бегать, ну это такое себе. Ну, нет, 75 минут, нет, хватит. Пусть отдыхает. Молодец, актив, да, слушай. Два, а кто еще забил? А, Немане забил-то. Блин, вообще защитник. Как вообще смог, я не знаю.
Ну слушай, ну это монгольская музыка помогает. Я слышу, да, на заднем плане играет. «5017» выглядит измотан, нам стоит подумать о его замене. Никакой замены, чувак, после травмы, пусть этот, себе экспу набивает. 88-я минута. Ну, вроде затащили. Уже не проиграем, я думаю. Максимум ничью. Пас хороший, да, был. Но... Блин, Сокол, смотри, что делает Сокол. Он просто тащит. Это вся надежда, да, что мы будем... Я не знаю, что будет в чемпионате. Вот. Кстати, насчет завтрашнего стрима, я думаю, мультиплеер. Как пойдет мультиплеер, если вдруг, допустим, времени будет свободного, я думаю, может быть, FM продолжить. Но ничего не гарантирую. Саня Мазду, кстати, тоже карточку получит. Так, скажем всей команде... Да, ассистент скажет, в чем мне говорить. Все понятно. Изи затащили просто. Хорошо, хорошо, в первом матче прям идеально. Контролирует игру, одержит победу над Городея. Отлично. Клуб из серпух вот тащит. Нет. Вот 57 проснется, обнулится экспа. Открывается трансферное окно. Шахтер Солигорск. Да я в жизни такой чуть-чуть. Понимаю. Хорошо. У меня, короче, проблемы с деньгами. И я говорю, у меня то ли забаговал, то ли что. Я, короче, не могу редактировать вообще никакую информацию по команде. То есть, если мы будем играть хреново, то меня, возможно, уволят. Чего? Нижний Новгород? А зачем мне информация про Нижний Новгород? Окно регистрации. Так, кстати, меня Терлика зарегистрировать. А где он, кстати? А, Терлика. А, все, все, все. Все, отлично. У нас теперь еще Терлик в команде появился. Поехали. В следующем году с тобой поиграть в мультиплеер по City Skylines. А, ну можно будет. Победный рев. Россия проиграл чер... Бельгия. Радуюсь, 3-0. Кто забил-то хоть? Да и как бы пофигу, забили, забили. Они тоже не выйдут, как и со мной в прошлый раз. Иван Таранов. О, это старый игрок, не надо. Так, тесты физического развития. Не знаю, все, все нормально, все в порядке. Так, 3-0 как евро, да, сейчас, короче, я сейчас буду без микро, но... О, не без микро, а без наушников. Немножко, да. Бля, мне шмель в комнату залетел, хочет меня съесть. Бывает, бывает. Следующий матч с командой Шахтер Солигорск. Так, короче, по такой тактике я бы, конечно, предложил не в одного нападающего все-таки играть. Чит, у нас полузащита просто висит. Если попробовать встать вот так... Блин, если так встать... Сейчас посмотрим, что мне предложат по совету. О! Так, а кто на замену сел? 50-17. Вот, да, немножко. Кстати, новый ролик А4 топ. Блин, не смотрел. Не смотрел. Давай пока так. 50-17 вышел на замену, будет нормально. А, помогите в плане. Шмель кусает? Бывает, бывает. Поехали. Сейчас я, наверное, в течение 15 минут, возможно, буду отходить, но как бы за матчем мы следим, если что. Поехали. Матч начался. Вот это я называю честную победу. Да, да, победили честно, согласен. Вот, мы, кстати, во второй форме играем. В красно-бело-черный, типа того. Я говорю, у нас получается сейчас 4 предсезонных матча, а дальше уже... Слушай, у меня, короче, смотри, у них что-то безразличен, чего-то это. А у нас холоднокровен, агрессивен. Кочинян агрессивен. Самое главное. Эх, вот она, жизнь отца, в смысле... Ну, типа, да, да, она сейчас подменить будет в некоторых моментах. О, прямая красная. Все, пошел вон с поля. Кто это был вообще? Кого у них там? Полузащитник центр. Круто. Круто, одобряю такие вещи. Огненный Годзилла. А, штурмовик забил Никита. Мои поздравления. Что-то как-то, знаешь, белорусские клубы как-то, ну, вроде нам поддаются. И это... Пенальти? Давай, сталкер, тащи, блядь, пенальти! Просто, просто, я не знаю, блядь, я не... Затащил пенальти в товарищеском матче. В чемпионате также тащил все пенки. Бля, Шахтер забил. Грейс, крестный отец Минора. Нет.
Ну, я, кстати, если поеду на Урал, я в Березники заеду, чисто из-за рофла, сфоткаться даже у таблички. Ладно, 1-1, нормально, это товарищеский матч. Нормально. Опа-на, хей-бой. А, кстати, кто пенальти бьет? Мы, кстати, решим, кто будет бить пенальти, потому что, да, это, считай, дополнительные голы. Так, в раздевалке я, ассистент, поговорит, все нормально. 1-1, нормально. Кстати, Шахтер ни хрена не слабая команда, если честно. Не наша команда в ЕГЭ, никто не победит, наверное. Сплюнь. Я не знаю, что будет, по факту. Так, Владимир Путин получил травму. Стоять. Стоять. Владимир Путин у нас покидает поле, вместо него 50-17 выйдет. А, в смысле, а он что, не тащит на этой позиции? Чистый форвард. А, подожди, а что у тебя за позиция-то? Прессингующий форвард? Атака, блин. Весело, кабанчик. Выпуси актива. В смысле? Какого актива? Подожди-ка. У нас на замене есть еще я и все. А что случилось? Подождите, верните меня на поле. О, вот эта песня. Вы ее слышите, да? Хорошо слышно, да? Зато актив Черчесова. Я что-то слышал, но я немножко мема не понимаю. Я, короче, выйду на замену. О, все, что-то Марат Банан проседает, надо мне с него выйти. Ну, блин, на 80 в какой-то минуте проиграть. Подожди-ка. А, кто у нас может нападение сыграть? Эдо, сможешь? Нет. Штурмовик Никита? Нет, не сможет. Адмирал? Мазута? Мазута, давай сюда. Погода один справится. Так, Дучим сюда. Так, ты в центр вообще должен встать. Я вместо Марата выйду. Не по позиции. Вообще пофигу. Нормально. Сока сказал, что не умирает шмеля, ты там еще нужен. И песни играли в Бравле, я, кстати, бросил. Да, поздравляю, это хорошая вещь, что бросил. Не надо было начинать даже, по факту. Вот кто там сказал, что мы все команды обыграл? Нет, вот видишь. Ладно, Шахтер нам, да, дал повод задуматься. Кстати, а я не знаю, по деньгам. Вот проблема в том, что у нас денег нет, я не могу... А, я еще тактику поставил сбалансированную. С деньгами, короче, проблема. Возможно, в минус идем. Латерали Дани, Вас и Мелли. А, понял. Понял, ладно, поражение, ничего страшного. Владимир Путин травмирован. На 2-3 недели вывих колену, суставы, твою ж мать. Ну, 50-17 я подсидел, короче, я отходил, чтобы... Да, пока ничего. Один матч выиграли, один матч проиграли. Играем с белорусскими командами пока что. Воу, агрессивный рев взорвался у хатов. Так, следующий матч у нас с кем? Уфа? Подожди-ка. Как там я? Нормально, сойдет. Так, следующий матч... Да, а узда. Ну, узда нормально. Блин. В натуре в одном нападающем играть. Ну, давай такую тактику оставим. А, да, 57... А почему он не по позиции? А в чем прикол? У него идеальная позиция. А, прессингующий форвард. А у нас какая стоит? А, прессингующий форвард. Вот, прессингующий форвард. Идеально. Просто идеально. Забил или нет? Нет, Сашка не забил. Никита забил. Сокол пенальти отбил. А Сашка пока... Не, Сашка первый раз гол забил. А, забил? Я что-то уже запарил, да. Первый матч он забил. А потом стату посмотрим. Официальный матч. Нет, я забил. И ты забил. Все забивают. Все практически. Сейчас пос... Е, 50-17 снова гол. Ладно. Хорошо. Блин, подсидел Путина. Вы будете с Путиным, походу, соревноваться прям по-жесткому, да, я чувствую. Ладно, посмотрим. Я жду матчи ФНЛ, это будет весело, я чувствую. Это будет эпично, 100%. Пожалуйста, песню со словами «Весело по полю бегает кабанчик».
Мне пофиг, я бегу просто. Ну, блин, все равно, наверное, свой вклад какой-то делаешь. Так, подожди-ка, давай-ка сейчас команде дадим... играем... атакующий. Привет, я Волт. А, Лей, да, привет. А, в плане? Ты на сервер нас водишься или где? Или вообще имеешь в виду? Я просто уже запутался, кто ты есть. Ты пробовал... Если я не путаю, ты давно уже как бы на канале. Нет? Вообще? А кто ты есть? Я просто, по-моему, ты ники меняешь, если я не ошибаюсь. Я не Олд, я Олд. Не, Никита... Ну, я не знаю. Короче, у нас Никита, по-моему, ты приснился в сентябре. У нас очень много народу пришло в сентябре на мой канал, я заметил. Вот. И поэтому, я думаю, в сентябре мы в Дискорде будем там... В Дискорде точно там вот эту роль... 50-17 делал дубль. Я респондил, когда мне было... Ну, на Ютубе, да. Я думаю, да. Олд. Олдовее тебя. 50-17, ну да, ты... Ой, сейчас бы мериться, кто из нас больше олд, все дела. Сейчас самогонка зайдет в чат, скажет. Слышь, пацаны, я зимой пришел. Зимой-то как раз... Я думаю, что олд, типа, когда ты год пробыл, наверное. Примерно так. Грейс, го, я буду бить пенальти. Значит, что ты на замене. Так, пенальти. Пенальти у нас бьет Марат Бананов. Пошел вот какой нахер Марат Бананов, блин. Кто забил? Кто забил? Эдо забил. Так, у нас пенальти. Да, так, давай Сашку поставим на этот матч. И в дальнейшем надо Путина сделать. Если что, я буду бить пенальти. Ничего не знаю, я тоже буду бить пенальти. А почему только одного можешь добавить? А что за прикол? Только Саня может бить пенальти в этом матче. Ну ладно. Хотя что-то канал, когда еще ты за Беларусь сколько играл? А, в Невесте? Или первую? Так. В плане тактики. А, в плане замен. Так, значит, что надо сделать? Вот здесь вот пенальтистов настроить. Здесь Саня Мазут и есть, я прекрасно понимаю. Путин у нас с травмой. Поехали, второй тайм. Я буду го. Нет, я буду бить. Слишком жирно. Ты так слишком много забиваешь. Прикол. Я буду чисто на подмене выходить. Знаешь, там типа вот защитника нам где-то нас подменять. Я на себя не ставлю типа цель, что я там буду всех там этот разматывать. Не, так неинтересно типа. Зачем Грейс? Нихера не в сентябре, а в январе, когда Белый дом штурмовали. Точнее, что... Какой Белый дом? А, Белый дом, ты в смысле в США? У меня-то перед глазами Белый дом, который в 93-м штурмовали. Ну, я, конечно, родился в 94-м, но я знаю, о чем идет речь. 2 года назад я в Беларусь в ванилке играл, тогда я был неактивным. Прям активно участвовал с момента, когда ты имперку... А, все понял. Имперку, да, да, понял, республиканец. Все понял. Блин, это Беларусь, это уж так давно было. Блин, почти забили. Я понял. Гол. Марат Бананов забивает. Марат Бананов забивает. А, кстати, а кто бьет штрафные, мне интересно. Марат? Эдо. Блин, мог пятый забить. Что это, наверное, по защитнике, они забивать не должны. Теперь переводить мяч из обороны в атаку. А, ну то есть ты хочешь сказать то, что, ну, все благодаря тебе, Сашка. Хочу хет-трик. Ну, посмотрим. Слушай, ну, размотали команду, размотали. Это, может быть, после предыдущего матча взяли характер, силу в руки и погнали. Возможно, посмотрим. Я слышал, что Спартак может пить Бен Арфа. Блин, а сколько Бен Арфарова сейчас лет? Твою мать, забили. Ладно, один гол, это сейчас квитали. Не, у нас победа однозначно. Нет, это изи, конечно, да. Да, хоть я выйду на последней минуте. Я буду чувак, я, короче, буду чувак, который выходит на замену. Вместо Дучима, да. А, кстати, Турлика я же подтвердил, а что-то я его не вижу в составе. Там 30 с хером, вот. Я вернулся, я лагман покушал, да, приятного аппетита. Да играешь, все нормально. Эдо, опять дальний удар, смотри, что делает, а. Ну, не, по ударам мы просто 19, просто уничтожили команду. Что пропустил? Ну, смотри, второй матч, контроль, ой, третий матч. Леди Прэл, даже игрок 50 норм. Серьезно? А мы по 70 поставили. Блин, будем надеяться, что это нам поможет. Короче, получается, 3 контрольных матча, 2 победы, 1 поражение.
Да-да-да, на стадионе городской мы одержали победу, и следующий матч у нас с Минском через 4 дня. Я больше не просто бегун. О, понимаю. Так, Лукимки подъезжает. Ага, подъезжает. Подожди-ка, мне интересно, а что с Терликом? Почему он, короче, в команде-то не закрепляется? Просто, может быть, он настолько, типа, херово, что он не попадает в состав? Просто там есть какие-то ноунеймы, которые попадают? Просто я говорю, из тех, которые там вот есть игроки, мы будем просто потом создавать... Так, нет, вот так. Вот сюда зайти. Так, где Терлик? А, он не заявлен. А, я его не вызвал на сборы. Все, вопросов нет. Надеюсь, хоть там хитрик сделан, если повезет, покер. Да скольки стрим? Не знаю. В принципе, пока... Блин, пока все как бы нормально идет. Знаешь, что надо сделать? Надо еще кого-то создать, переименовать хотя бы. Просто. Потому что у нас слишком мало наших игроков. Вот есть 15-летний. Блин, у меня пол состава и основные это 15-летние игроки. Серьезно. Есть Олег Чернышов, 16 лет. Нападающий. Нет, нападающий нам не нужен. Так, давай вот так посмотрим. Александр Пахомов. Блин, это нападающий центральный, они нам нафиг не нужны. А, вот здесь надо смотреть. Полузащитник левый. Вот, опорник, Владимир Быков. Давай-ка мы сейчас предложим, во-первых, ему контракт, и потом еще переименуем в кого-нибудь. Почему я не правый защитник, а не... Да, блин, меня автоматически ставят. Так, это мне неинтересно. Так, расписание. Предложение Лосев. Быков подписал контракт. Вот теперь тебя можно переименовать. Дать прозвище. Так, ты у нас будешь минор. Все, ты у нас теперь минор. Чтобы я просто понимал, кто есть кто. Отлично. Так, обзор команды Енисей. Зачем мне Енисей? Не знаю. Так, рекомендация по тренерскому штабу. Вакансия тренер... А, подожди-ка, что у меня по персоналу, кстати? Так, селекция. Нет, не тут. Так. Персонал. О, у меня тренеры свободные, короче. У меня медицинская служба... Нифига себе! Смотри, у меня команда. Минор гей, понимаю, его выбор. Старт, грязь по записи на Discord сервере. Сейчас YouTube, потом Twitch, а завтра МПХ без стрима. Ну да, где-то так. Мой возраст сделал 26. А сейчас, кстати, я не могу редактировать, в чем прикол. Я не знаю, может, баг какой или что. Кстати, у нас есть на улице честь вашего футболиста какого? А, Иванов? А когда следующий стрим через неделю? А, по мульти... Короче, по FM-у? Если завтра мультиплеер пройдет быстро, то я могу потом, если еще FM подрубить. Вы знаете, что с украинского ГГ это AA? Нет. Короче, смотри, по персоналу я, короче, прям вообще один из топовых клубов считаюсь. Так, мне надо, знаешь, короче, объявить вакансию тренера. Просто тренера. Надо нанять еще кого-нибудь, чтобы прям превосходить всех максимально. Вот видишь, в чем прикол? Здесь вот после кого я взял редактор, у Зенита вроде логотип появился, у Торпеда, ну... Приятнее стало смотреть. Павлюченко — это улица Павленковская. Серьезно? Еще, кстати, когда был срач про то, что когда не держите аккаунт, когда на Италии был, я не знаю. Там у одного чела только претензии были. Чувак, в принципе... Ну смотри, в чем прикол. Типа, я так скажу. Я как бы организовывал МП, я сам раздавал ачивки. Я раздал по своему усмотрению. В этом плане. Поэтому я дал самогону, который сражался до последнего, когда там весь народ разошелся. Если бы мы сидели дольше, возможно, он бы даже затащил. Поэтому я ему дал роль, то, что он затащил. Ну, типа, один игрок в поле воин, а себе, не даже не себе, а я себе бы антироль выдал. А не Диру из-за того, что... Не, в чем прикол? Там, короче, была предъява из-за того, что... Весь народ разошел, а Нидир, типа, получил награду. А, типа, остальные ничего не делали. Блин, Нидир сидел до последнего, он сделал как бы роль. Я поэтому и выдал роль из-за того, что чувак играл до последнего. Он эту награду закружил. А если ты, типа, там, знаешь, ты насоздавал страну, все раскачал и ушел, а дальше сзади тебя был бот. Ну, извините, играй до последнего, показывай свою скиллуху. Это, как бы, понимаешь, это ачивка, которую я выдал. Она действует в рамках моего сервера. И поэтому я ее, как бы, выдаю. А что, Грейс, а я отходил, когда стрим в плане? Так вот сейчас идет. А как не дерзя капнул? Высадился в Риме тупо. Я просто порты забыл закрыть и все. И он меня капнул, на машинках проехал. Все, до свидания. Вот так это было. Пример. Так, Минск, Серпух, поехали. Так, состав оставляем тот же самый, поехали. Минор не может быть заявлен на этот матч. Да и хрен с ним вообще. Минор не может быть заявлен, другой будет заявлен. Не проблема.
Го уже стрим. Какой? Следующий? А, нет, подожди, пока. Я сейчас хочу до ФНЛ доиграть. А если до конца не могу, то тебя... То бать, бесели сейчас, что мне делать? Что? Сашка, ну смирись с этим, я не знаю, что с этим делать. Я хочу до ФНЛ доиграть. Времени просто 8 часов, я хотел точно до 9. Гол. Нам забили. Когда Twitch, ну, где-то после 9, я думаю. Я хочу просто хотя бы в ФНЛ стартануть уже для начала, потому что, блин, мы 1.5-2 часа реально потеряли времени вот на настройку команды. Так, тактика сбалансирована, идем атакующие. Так, у меня работа трансляция, что-то зависло все. А, нормально. А, ну все. Просто говорю, мы с настройкой очень времени потеряли. Посещает Вестер Эрпол, моя запись для сталкера. Я вас понял. Го сломан телефон на Твиче. А, на Твиче что мы хотели? Просмотр роликов? Ну смотри, Баду у нас точно отпадает из-за того, что у Сашки страницу заблокировали. Из-за того, что типа он несовершеннолетний, ему нельзя пользоваться такими сервисами. Может быть, Одноклассники посмотрим. Сломанный телефон, если народ будет за, то можно, почему бы нет. Можно будет запустить. Сейчас 5 сек я подойду. Пока пусть матч идет. Так, что у нас тут, бля, я не знаю, Грейс, у вас будет вечер, а у меня ночь, не будет телефон трындеть, когда я спать буду. А, не знаю, это все зависит от твоего телефона, я думаю. Эрбол, мы красные, да, мы красные. Также говорили в гражданскую войну. Так что да. Чё-то не тащит, блин, Путина нет в команде, ты прикинь, и вот все. А, Мазута мотивирован. А, Кочинян агрессивен. Сталкер Сокол хладнокровен. Давайте, пацаны, тащите. О, хороший навес был, но... Блин, слушай, ну знаешь, форма, знаешь, какую напоминает? Манчестер, 7-8 год, где-то так. Не, ну выглядит прикольно, стильно. Мод и стиль молодежный, все дела, нормально. Замены после 60 минуты буду. Хуя не сбивай, я же тащил. Ну слушай, не в каждом же матче. Кто забил? Саня Мазута забил! С 30 метров? Нихера себе! Вот и Саня. Блин, слушай, честно, команда дает надежды. Но я вспоминаю свой первый стрим в FM, когда играл за Нижний Новгород. Мы на предсезонке выносили всех. А потом как пошло, мы начали сливать, короче, у каких-то... Кочинян забивает. Мы начали сливать в чемпионате таким ноунеймом просто. Ты видел? Да, Саня, я видел. Это было эпично. Хорошо, слушай, блин, за 1-0. Из 0-1 сделать 2-1. Блин. Круто. Молодцы. Так, по замене. Давай-ка я все-таки замену сделаю. Так, у нас на замене есть я... Блин, я говорю, мне надо Дучему куда-то в другое место ставить. Он может, в принципе, поменять Марата. Давай-ка я поменяю Марата. А вместо его подменю здесь я на фланге. А из остальных игроков здесь больше пока никого нет. Я красава, да? Неплохо. Слушай, пока что надежды очень хорошие. На ФНЛ. Я не знаю, ну типа нам сказали избежать вылета. Я надеюсь, что мы будем в середине таблицы. Дальше как пойдет, я хер его знает. Если я так в реальности делал, то будет штанга. Но иногда я делаю вообще в футболе, стараюсь быть непредсказуемым. О, да, Сашка, да ты и в жизни непредсказуемый.
Винсент также говорил. Кочинян, второй гол. Сашка, ты читак, ключи нечестно выигрываешь, ключи выигрываешь, 30 метров гол. Поставь на центрального защитника. Подожди, а ты где? Ты на фланге? Давай Неманию на фланг скинем. Пошел вон. Если что, гол пропустим, скажем, Немания виноват. Эрбол заеб, главное, чтобы забивал. Дубль, да? Дубль. 27 ударов, смотри, как бьют. Просто топ-команда. Должны рвать в ФНЛ, просто. Я буду надеяться. Я поэтому хочу сейчас до 9 часов доиграть, чтобы мы в ФНЛ стартанули. Если будет прям топово заходить, то надо, конечно, этому уделять больше времени. Кстати, временем Сталкер Сокол нормальный, хладнокровен. Физическое состояние 89, особо не заебался. Нормально все. Еще один гол. А, это мне забили, блин. Почти 40. Ладно, 3. А, гол не засчитан, лох. Ну ладно. Отлично, пацаны, отлично. А я что? Так, я вообще хотел играть 2 нападающих, но у нас проблема, что мы в 3 защитников не вывезем. Я бы сделал, типа, там, больше на атакующий футбол. Так, следующий матч. С Нижним Новгородом, да ну нахер! 21-11. Я не хочу играть с Нижним Новгородом! Блин, Нижний Новгород! Нет! Нет, почему с первого матча? Почему молодые умирают? Молодые умирают так рано? Нет, не хочу! Хотя, прикинь, это эпично! А, представить состав на следующий сезон, да, конечно. Да, все, что есть в списке, всех берем. Блин, 15 игроков, у меня нет столько игроков, твою мать! Так, короче, придется ноунеймов подписывать. Так, Александр Пахомов, ты кто? Предложить контракт. Олег Чернышов, предложить контракт. Короче, надо всем, кто не в команде, предложить контракт. Поэтому... Чего, Эрбол? Нет. Предложить контракт? Предложить контракт. Подождите, блин. Да не могу я пока. Короче, ладно, без меня разберетесь. Я знаю, как эту херню проходить. Просто уходишь в отпуск на один день, и все проходит. Ну, и они там сами разбираются. Так, нет. Уйти в отпуск на один день. Эпичнее было, если ты проиграл предсезонку с Химиком Светлогорск. Да, это было смешно. Так, по составу что, есть какая-то информация? Да, все, народ подписал. Определиться составом. Минор не зарегистрированный игрок. Лол. Ну, бывает. Так, что? Команде сервера предложат списать список команды номеров? Да, команды номера. Но у меня вроде все выставлено. А, Минору на одно номер и Олегу Чернышову. Да вообще похрену. Минору дадим номер, я не знаю, какой-нибудь там. 55-й. Пусть будет. А с остальными там пусть сами выбирают. Чего это свободно-то пусть берут. О, Серпка выявляет номера своих игроков. Марат Бананов, первый номер. Дучим 4. Внимание, 6. Эдо 7. Саня Мазута 10. Никита Шмарик 13. Адмирал 17. Владимир Путин 23. 50-17 27. Погода 30. Геймер Терлик 31. Минор 55. Эрбол 65. Грей 71. Сталкер Сокол 99. Вроде все как и хотели. Так, кого там, короче, отправить? Марат Бананов? Блять. Да в натуре. Нагрыв на икроножные мышцы во время чего? Да... Все мы знаем, из-за чего он надорвал свою икроножную мышцу. И на сколько? 5-6 недель! Короче, все понятно. Про Марата можно забыть. Блин, матч с Нижним Новгородом не хочу. Подожди-ка. Блин, может быть, все-таки по тактике нам не стоит так открыто играть? Может быть, нам встать вот так? У нас есть опорник вообще в команде, да? Посмотрим. Погода. Блин, Минор, Широков, какой Широков? Так, подожди, давай Широкову переименуем вообще. Арсений Широков. Кто будет Широков у нас? Кого мы еще не создали? Да-да-да, Марат анальные трещины. Да-да-да. Кого создать? Кого у нас еще нету? Алтын? Пускай будет Алтын. Как написать-то? Алтун. Как-то неправильно звучит. Ну ладно. Да, я создал. Будет Алтын. Самый старший здесь. А, Владимир Путин. А, восстановился?
Да, слава богу. Слава тебе, Господи. Нормально. Так, лучший молодой игрок. А, нас там нету. Забудьте. Так, а вы готовы принять решение о разделении коллективных бонусов? Так, победа в высшем дивизионе. Да, самые высокие премии всем. Я в запасе буду? А, сейчас, короче, посмотрим, сейчас ближе к матчу. Я просто думаю, что нижний нас разнесет. Я почему-то... Хотя... А давай не будем бояться. Что это такое? Нижний Новгород? Нижний Новгород? Так. Кто у нас там на атаку прям хорошо идет? Будем играть в атаку мне. Ой, даже я вышел в поле. Настолько все... В смысле, не Маню в защиту. Не Паню на замену, Саню Мазуту на замену, Минора на замену, Перлик на замену, Саня, ты понимаешь? Как-то записано на Твиче, а Грейс и 4 нижних подчеркивания. Я так записан. Лол, Саню на скамью посадили, вот и все. Вы чё? Нет, Саня, ну блин, ну... Так, что сделаешь, блин? 8 дней. 8 дней, а матч-то, Сань, ты еще пока не раскачался. Будем надеяться, что мы затащим. Прикинь, в первом матче в дебюте нижний раскатать. Это будет эпично. Но я, если честно, я в это не верю. Путина выстрели. А Путин после травмы. Поэтому пока нет. Пока в одного будем играть. У Путина, по-моему, еще какие-то позиции есть, если не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю. Так, подожди-ка. Путин. Где он у нас? На защиту. Да, пришло уведомление. Спасибо большое за подписку. Это, наверное, ты... А, сталкер, да. Спасибо за подписку. Это, наверное, ты имеешь в виду на Твиче подписался. Уведомление просто пришло. Спасибо большое. Так, истекает... контракты. Так, предложить контракт. Блин, знаешь, с ними лучше контракт подписывать на максимум и сразу надолго. Хотя, с другой стороны, может быть, придут более нормальные игроки. Так, тренер. Николай Медведев. Так, пригласить на должность тренера. Так, и да, все, что могу заплатить. Отлично, согласен, отлично. Это уже 4-й или 5-й матч? 4-й. Блин, с Нижним Новгородом, да ну нахер. Выберите капитана. Так, да, я хочу изменить. Погода капитаном не будет. Капитаном буду я. А где я? А, я заместитель, что ли? В смысле нет? Ладно, будет капитаном Путин. А заместителем... Да. А заместителем будет... А почему у меня нет в списке? Что за прикол? А, я типа... Это же командная игра, лидерство. Самый лучший лидер это Немания. Немания капитана не будет, вы что? Может меня в основу, Сашка? Ну блин, надо заслужить. Так, кто же будет замом? Кто следующий сообщение напишет, тот будет замом капитана, вот и все. Нет, Сашка, можно я, это не считается. Заместитель меня, все, Эрболт вышел замом. Все, ты следующий написал после того, как я это сказал. Извините, проспал, ну что, мы выиграли? Да. Да блин, почему опять, короче... Да, ты, короче, капитан, погода. Ты стал капитаном команды. Меня замом. Да, короче, опять не сработало. Бывший капитан Грейс не претендует на да ладно. Я не претендую. Погода, у нас капитан. Лол. Так, погода постоянно намекает своим недовольством, решением... В смысле? А кто капитан? Подожди-ка. Мазута высказался против своего наставника. От имени всех игроков Виллидж Грейс Серпухова озабочился того, что Григорий Грейс дал погода слишком мало времени, что проявил себя в ролике. Чего? А, типа то, что Сашка недоволен из-за того, что я передал капитанскую повязку погода. Извините, это рандом так решил вообще. Мазут сказал, что смена капитанов с такой частотой деморализует команду и заставит их подвергать сомнению и другие решения менеджера. Сашка, вот поэтому ты на замене. Мазута, тебя на бутылку позади. Привет, вот этим тоже привет. Так, Колосов, это все понятно. Блин, матч с Нижним Новгородом. Твою мать, это будет жестко. Сергей писал команду с Армавир. Неинтересно.
меня в основу, я буду доволен. Нет, Сашка, ты уже недоволен. Так, подписать нового тренера. И по тренировкам давайте сразу посмотрим. Автоматом расставим. Так, как это сделать? Тренеры. Так, как... Я просто забыл уже, как это работает. Календарь, расписание, группы, наставничество. Пусть ассистент делает, нахер, не хочу этим заниматься. Так, тренировочный календарь. Нормально. Сашка на бутылку. Нормально. Порвем нижний, и будет все нормально. А где банан? Банан не заходил. Нижний Новгород фаворит в матче с Серпуховым. На нас ставит 5 коэффициент. На Нижний Новгород 1.57. Спасибо. Спасибо. Очень неожиданно и приятно. Так, Таренко принял... Нет. Бутырка или бутылка? Вот в чем вопрос. Кстати, бутырка? Вы хотите бутырку? Я сейчас... у меня, кстати, в музыке есть бутырка. Я сейчас найду. А, нет, не найду. У меня есть лучше. У меня есть лучше. Поехали! На в Нижний! Серпухов приехал в Нижний! Сегодня самый главный матч. О, тест физический состояние. Я не знаю, короче, по команде, может быть, нам все-таки в оборону встать. О, так, у них двое человек с травмами. Играем по этой тактике. Настрой, давай-ка играть от обороны. Так, по составу у нас на замене внимание Мазута, Пахомов. Пахомов. Терлик на замене, Минор на замене, а я в основе. Прикол. Сашка, ты понимаешь, в чем дело? Ладно, я тебя выпущу, но если что, вместо тебя выйдет Дучем. Давай, Донбасс, можно в основу. Сашка, да, ты выпросил свое место. На поле находится не... Блин, ты... Сашка, ты из-за лимита не проходишь. Все, Сашка, прикол. А вот не надо быть украинцем, Сашка. Вот и все. Так что нет, Сашка, ты идешь домой пока. А, Адам Борисов, Грейс, Данил Путин, достаточно готов. Да блин, а мне некому играть. Олег Чернышов, какой тебе номер? Да похрену, 8-й возьми. Что за приколы? Лимит в первом дивизионе в России. Ну что скажем команде? Я скажу вам уверенно, что желаю вам удачи. Потому что, ну, давайте. Вставай, Донбасс. Поехали! Мы играем в красном. Не знаю, что ждет нашу команду. Но, блин, ну почему в первом матче с Нижним именно с Веледой? Ну как так-то, блин? Сапета уже с желтой карточкой. Нормально вроде пока. Все, держим. У Нижнего 2 удара, у нас 0. Мы играем от обороны. Ну-ка, давай-ка в атаку перейдем. Адмирал получил желтую карточку. Украинцы тут не рады. Блин, нас Нижний прижал, кстати. Блин, будем надеяться, что оборонцы играют хорошо. Блин, я еще на левом фланге играю. Вот у нас нет лимита на украинцев в Украине. У нас в России тоже хотят отменить. Вот. И как бы я считаю, что надо отменять лимит. Ну все, на меня не рассчитывайте, в смысле. Подожди, все нормально будет. Навес. Мы уже 2 удара нанесли. Манчестер. Блин, в натуре как Манчестер Юнайтед. В лучшие времена выглядел. Как это удар-плей был? О, он вратарь затащил. Словно телефон, это Джекбокс? Нет, это просто отдельная игра. Группа Фантазер, нет. Блин, надо нормальные треки включать. Сан-Франциско, город Селедиски. Ладно, пацаны, 1-0-0, пока нормально. Я этот Руни. Курясь, ваш прикол, у нас сегодня в городе травмат стреляли. В смысле, кто? Дагестанцы? На свадьбе или что? Нижний Новгород Грейси, прям как в реале против Спартака, помните? Только Григорий агрессивный. Собака! Блин, Путин в нападении!
стоять. Так, Эдо. На этой позиции ты не сыграешь. Так, Дуча. Саня, ты один в полузащите тащишь. А где 50-17? А, блин, а почему ты в защите стоишь? Блин? Ну, херня. Внимание. Гребаный лимит, ненавижу вас. У вас ваш шансы пытаться, блин. Учит лимит, блин. Все, херня, переделаю, да, по-новому. Вот-вот-вот, в чем прикол, типа, создавать другие. У нас, короче, из-за лимита, внимание, я не... Подожди, а внимание, кто у нас? Украинец. Твою мать. 50-17, должен быть нападение, но проблема в чем? А, хотя, че, я парюсь-то? Так, прессингующий форвард. Во, идеально. Саня, о, не Саня, погода, тащи. Не, давай-ка вместе с Саней выпущем. Бля, лимит. Так, адмирал. Я, может, меня спок... Да это ничего не поможет. Хотя, подожди-ка. Блин. Ёбаный лимит. У вас в аркане... А, блядь, 50-17 в защите. В натуре. Короче, играйте так. Пока что. Там из-за этого лимита, короче, мы встряли. Иван Чудин, 44-я минута. Интернет, блин. Так, пацаны, общение с командой, скажем вам агрессивно, что я жду вас от лучшей игры. Нападение скажу страстно. Нет, я жду вас, верю. Играем два нападающих. И шансы еще пока есть. 1-0 это не приговор. Путин, мы против Нижнего играем. Я вернулся, да, мы против Нижнего играем. И проигрываем 1-0. А, нахуй перцовка залили. Короче, у нас в городе сейчас решил украсть дорогое вино 20 тысяч. Я не знаю, какой, но вроде бы кристалл. Да ладно. Ну это прям вообще беспредел, если честно. Информация, какое место мы занимаем? Последнее! Самый первый матч в сезоне, последнее место. Как круто. Обстрелял несколько... Блин, ну это жестко, конечно. Твою мать, они нас жмут просто. Пожалуйста, Грейс, ответь. В плане, что ты писал? А что ты писал? Грейс, если есть ссылка на сломанный телефон, скинь Discord или Twitch. А, да, я и в Твиче скину, если что. Если... Нет, короче, если вы готовы играть в сломанный телефон, я скину и там, и в Дискорде скину. Без проблем, как я. Пока никак. Есть! Кто забил? Кто забил? Кто этот? Эрбол забил! Спас команду! Защитник! Где нападение? Эрбол спас команду, блин! Его залив ферзок, переломал несколько костей. О, это жестко. Новый год! Отлично, 1-1, пацаны, держите. Короче, блин, нижний 23 удар. Это смерть просто. По заменам, кого можно поменять? Просто, внимание, вместо кого выйти? Борисов, Дуча, вместо Борисова выйти. Гребаный лимит, Саня Мазута. Так, ты можешь выйти вместо адмирала. Не можешь, потому что он русский. А ты не русский, Саня. Вместо Эдо, вместо погоды. Давай вместо погоды выйти. Блин, погода тоже русский. Ну что за херня этот геймер Терлик. Так, минор, куда ты можешь выйти? Вместо адмирала, давай. Чего, тут вообще не вывезет один. Ну похеру. У нас на маленьком хрентен для сервака. Ваня. Блин, это фаталити. О, стекловато. Стекловато, это то, что наша команда сейчас показывает. Такая стекловато просто. Я не знаю, что будет. Нас раскатает. Там минор один мертвый, мирболы желтые. Да блин, я из-за лимита, короче, не могу поменять. Для прям просто, знаешь, простого прохождения надо было всем русское гражданство выдавать. А мы из-за того, что лимит, короче, нельзя выпускать. Не, не сейчас нижним, это неплохо. Если... Нельзя так
Сокол, Сокол тащит, блин, Сокол просто, если бы не Сокол, вообще просто было бы конец. 28 ударов и 1-1 счет, ну как так-то, блин? Блин, не перехвалить бы пацана. За место меня пусть Саня выйдет. Подожди-ка, надо посмотреть. Вместо тебя выйдет Саня. Саня-то, может быть, и выйдет. Но он не вывозит в этой позиции. Может быть, их с минором поменять? О! Ладно. Лучше пусть опорник будет. Нормальный. Блин, вот если не вратарь, это просто, я не знаю, там 4-1, 5-1. Просто было бы. Погода с мячом, Грейс навес, там не подбирается, штурмовик, Никита. Удар! Кто забил? Ирбол забил опять! Как в общем сыграли? Ирбол забил! Подожди, какая минута, 85-я. В оборону нахер! Грей, кстати, будет еще стрим по Гартику в ближайшее время? Да, я хочу. Может быть, даже сегодня на Твиче сделаем. Подожди, блин, 2-1! Подожди, замена нужна. Нам надо по позиции поменять просто. Блин, за лимиты нельзя. Терлик. Терлик, вместо Эрбол. Эрбол, отдохни. Эрбол, отдохни лучше. Отдохни. Остановите это. Серфбуков первый. Пиздец, даже Серфбуков победил нижний. Подожди, еще 5 минут играть. Мы пока на первом. Блин, команда тащит просто. Блин, пацаны, держитесь. Просто держитесь. Да блин, даже если они мячу сыграют, даже это уже успех уже будет. Еще минута. Вестнокл опять тащит. Эрбол. Эрбол сделал игру просто, ты прикинь. Лол. Прикинь, я даже когда играл за Нижний Новгород, я так не переживал, когда за свою команду. Все, пацаны, мы сделали просто. Это великий день. Выпускайте меня. Так ты не уходил, по-моему, или тебя заменили? Так, общение с командой, страшно. Вы блестяще, блестяще сыграли, просто. Следующий матч Чертанова. После матча пресс-конференции, давай сходим. Удешается последний мяч, когда взяли ваша команда, был достаточно незаслужен, заклассно этим? В смысле, все нормально. Лучше бы не ходил, короче. Блестяще. Да, Серпухов поцарапает победу. Да, после 0-1 можно меня на матч Чертанова. Сашка, да. Можно все. Но если мы проиграем, будем винить Сашку. Вот это старт, конечно. Еще и с Нижним. Не, понимаешь, любой команды, а тут с Нижним Новгородом поставили. Ладно, второе место ушли, на Томи обошла. Но Томи обыграл Краснодар, там 4-0, что ли. Е, я спас. Ура, мы выиграли великую раннюю команду Нижнего. Если мы обыграли Нижний, значит не все так плохо. Но мы сольемся какому-нибудь текстильщику, по-любому. Ну все, капитан, вратарь будет. Блин, кстати, да. Походу, да. Евдокима говорит о Грейс. Ответ Григория Грейс на ваше предположение, что команда повезло поменять с последним голом. Я считаю, что сказал, что должен. В натуре. Путин становится самым молодым игроком, сыгравшим команды Серпухов. На момент выступления ему было 15 лет, 146 дней. Сагимбал становится самым молодым игроком, автором забитого мяча. Предыдущим был игрок Магомед Магомедов, забивший матч Анжи Длада. Ему было 15 260 дней, а сейчас 15-80. Эрбол, да ты еще и рекордсмен. Лол. Блин, команда просто топ. Отлично. Так, давай-ка вот это все проставим. Поехали дальше. Я хочу быть замом. Блин, ну после этого матча, да, ты, конечно, на замы тянешь. Так, подожди-ка, а где посмотреть? Так, коллектив. Иерархия. Ну-ка, иерархия. Авторитетный игрок, Грейс и Погода. Прочий, ну, короче, пока сам авторитетный, я этой Погоды, все. Так, тактика. Капитаны. Погода, Владимир Путин. Так, главным становится Владимир Путин. Да.
Заместителем становится Эрбол после сегодняшнего матча. Будем так менять капитана. Мне кажется, у нас такой дисбаланс будет в команде после вот таких вот перестановок. Будет как Ван Дейк. Даже посмотрим, да, кстати. Похоже, да. Прям так тащит. А, погода строит... Чего? Погода строит встретиться? Пусть Эрбол... Эдо с ним решит вопрос. А, что у вас на уме? Я не мог поговорить с погодой. Погода, ты можешь с ним поговорить? Я могу это сделать, спасибо большое. Блин, уважение просто. Максимально. Не буду обсуждать, нет. Эрбол будет... А, круто, да? Видишь, как у нас капитанская повязка переходит просто, прям, знаешь, как этот... Как этот, я не знаю, золотой мяч. Совет по подбору команд Чертану. Серпухов сыграет... Кстати... Кто говорил, на победу нашей команды ставили коэффициент 5, на победу нижнего 1.5. Сейчас на нас... А, мы фавориты, кстати. Не, подожди. Нет, Чертану 2.25, мы 2.75. Ну, типа, вроде мы ровные команды. Как с этим говорить буду, я не понял. Да ты уже поговорил, все нормально. Все нормально. Так, доступные игроки, это не интересно. Так, поехали. Воины света, давайте в бой! Против Чертанов. Марат Шакенов слишком старый. У нас слишком молодая команда амбициозная. Кстати, надо контракты будет продлить со всеми молодыми. Доступны игроки... Нет. Играем дома. Играем... Кстати, а что у нас за стадион? Мне просто интересно. Подожди-ка. Так, основание 19-й год. Репутация так общая. Условия. Так, стадион Металлист, город Серпухов. У нас 10 тысяч мест, основаны в 57-м году. Я понял. Так, клуб-партнер у нас есть. Так, кстати, нам можно нам найти, чтобы нам платили. Давай. Блин, я подставки взял. Чего, блин? Нет, никуда не ухожу. Подожди, я не сохранился. Я не буду никуда уходить. Я не то взял. Не увольняйте. Блин, не увольняйте. Пиздец. Какое последнее сохранение? Нет. Твою мать, я в августе сохранился. Я просто не думал, что до этого дойдет. А, не, нормально, Чертаново. Все нормально. Я никуда не ухожу. Нет. Нет, все нормально. Так, да. Все нормально. Ничего не было. Все нормально. Это просто бизнес. Блин, надо автосохран ставить каждый день нафиг. Погода просит рейс, чтобы личные дела. Так, Эдо с ним поговорит. Да, спасибо. Все, зря быканул просто. И не буду разговаривать. Блин, мать Чертанова, твою мать. Команда, так, да, 2.75. Так, все, сейчас 5 сек подойду.
Так, ну что тут у нас? Может меня в основу Грейс? Ну не знаю, посмотрим. Короче, у нас Грейс фигурирует за всю историю с первых по команде футбола на идеально. Блин, но по первому матчу не стоит судить. Эрбол случайно нажал кнопку выйти из команды, слава богу, сохран был. Я почему меня не теряют. Да. Что такое осень? Не знаю, посмотрим. Поехали. Матч с Чертаново. На этот раз ставки как бы более в нашу сторону, но не стоит как бы посыпать голову пеплом, потому что, да, так, подождите-ка. Мы занимаем второе место. Так, смотри, перед началом этого матча мы занимаем второе место в чемпионате. Поставь меня в центр. Да, хорошо. Можно меня в основу матча Чертаново, Сашка, обязательно. Обязательно, если не забуду. Так, так, тебя поставить. Блин, а вместо него кого поставить? Ты понимаешь, просто играть некому. В чем дело? А, Терлик может выйти. Блин, Терлик не может выйти. Терлик не вывозит. Так. Вот просто, в принципе, идеальное состояние. Саню Мазуту можно выпустить, если выпускать, то вместо Дучима или Погода. Давай-ка я вместо Дукима выпущу. Подожди, какая твоя позиция идеальная просто? Карилеро? А что это вообще? А, спасибо большое за подписку. КВТ Индисайд. Спасибо большое. Он инба в ФМ. Подожди-ка. Мне нужна позиция. Подожди-ка. Да блин. Это не подходящая позиция для Сашки. Подожди-ка, а как состав? Я туплю что-то, подожди-ка. Саня, блин. Слишком много вопросов. Полузащитник бокс-ту-бокс. Вот, играй на этой позиции, Сашка. Все, бокс-ту-бокс, все, и Саня, и просто идеально. Грейс, какой защитник? А, в смысле? Ты атакующий полузащитник. Твоя идеальная позиция на поле фланговый таргетмен. Сейчас мы так и сделаем. Мы сейчас всех поставим чисто по позиции. Осталось только определить, как это сделать. Ладно. И так, Грейс, меня выпусти. Блин, тут Владимир Путин играет. А знаешь, как сделаем? Против Чертанова Сашка будет играть один. В обороне, да? Подожди-ка, можно Никиту немножко... Так, вместо тебя будет 50-17. А мы сделаем как? Угу. Пристегующий форвард оборона. Адмирал у нас просядет немножко. Да он вообще мертвый в этой зоне, вот в чем прикол. А Сашка один не вывезет. Либо играть в три защитника, но это прям вообще печально. Подожди-ка, Грейс, как ты можешь вообще... Блять, на эту позицию ты ни хера не выйдешь, да? Чтоб здесь немножко прикрывали, вот в чем дело-то. О, да, мертвый. Вместо него может выйти Погода. Он более-менее будет тащить. И, я думаю, сойдет. Вывезу. Я в реальности бокс-ту-бокс. Оу, видишь как? Просто, понимаешь, какой стиль оборонительный? Какой нахрен оборонительный? Атакующий! Чисто в атаку. Так, Эрбол, подстрахуй его. Вперед немножко выдвинься. Грейс, я вывезу. Себя повыше поставь. Себя повыше? Фланговый защитник, атака. Ну, прям чуть-чуть. Поехали. Сашка, из-за лимита ты не можешь играть, к сожалению. Потому что у нас слишком много украинцев. Так, Минор у нас кто? Минор у нас россиянин. Вместо тебя будет играть кто, правильно? Минор. А какая его позиция-то вообще? Подожди. Минор, ты кто вообще? Центральный пол... Ладно, вместо себя выпускать нет смысла. Сашка, вместо тебя будет играть Минор. Извините, конечно. Но если запорят, то, блин, ну... Полузащитник-разрушитель. О, да. Полузащитник-разрушитель. Так, подожди, как мне тебя поменять теперь? Полузащитник-разрушитель.
О, идеальная позиция. Да начнется матч. GTA 64 будет, а в плане? В плане FM имеешь в виду? По FM, если завтра все будет хорошо, завтра проведем. Убери внимание. А, блин, точно. А, скажу команде, а уверена, что... Покажите, на что вы способны. Потому что, блин, Минор единственный полузащитник, который будет все это решать. Ну, блин, это Минор, чего вы от него хотите? Тут шансов мало изначально, как бы. Ну, блин, побыли на втором месте, хватит, на самом деле. Убери внимание. Ну, сейчас уберем уже по ходу матча. Сейчас посмотрим по ситуации, как пойдет. Если что, да, внимание уберем. Ого, 50-17 мячом. Адмирал. Опасный штрафной будет. Минор гений полузащиты. Он просто гей. Тут уже ползащиты, защиты, не знаю. Так, подожди-ка, 7 минут играли, вроде пока ровно. Убрать вниманию как вариант, в принципе. Шутканул, подожди-ка. Убрать вниманию. Как убрать внимание, если он уже как бы в этом. Он уже как бы на замене сидит, лол. Погода, а ты украинец вообще, да? Подожди-ка. Я как бы ничего не имею против, но у меня прям просто возникает вопрос. Россиянин? Кстати, один раз зашел в раздевалку, там Минор и Сашка развлекались. У нас, короче, проблемы с лимитом. У нас есть адмирал. Если мы можем выпустить Дучима. Если Дучим русский. Если он русский. А он русский. Он выйдет вместо него. И он, в принципе... Блин, нихера он его не покроет. Подожди, позиция. Если только сесть в полузащиту, да? Если сесть вот так... Тем самым... ну, типа помочь Сашке. Даже позиция, а фланговый защитник... Блин, чистый крайний защитник, полуфланговый крайний защитник. Вот мне вот эту позицию нужно. Так, Эдос, можешь на левом фланге играть? Нет, не сможет. Так, Никита. Никита сможет. Предположим. Встаем примерно так. Так, Грейс. В середине ты не сыграешь. Борисов нихера не сыграешь. Так, Эрбол. Придется играть так. Так, вместо Сашки, вместо Минора выйдет Саня. Да блин, опять лимит, да господи, Сашка, мы сегодня знаем, ты... Минор, может сесть в оборону? Не, это фатально, то, что я сейчас сделал. Три защитника играть? Но если только сталкер затащит, реально. А это я не знаю. Бля, мимо ворот, да как так-то? Грей, что за тактика? Да хрен узнает, играем из того, что есть. Типа того. Так, ладно, вправо, так вправо. Блин, просто у нас нет сейчас... Блин, Путин был с мячом. Нам сейчас гол забить, мы в оборону сядем. Потому что, ну, блин, так что еще делать-то? Потому что, ну, прям вообще жестко. При этом, да, мы вроде играем атакующий. Так что, Эрбол, да, у нас такая ситуация, потому что... Блин, сталкер. Надо с ним контракт, кстати, продлить. Лет на 5, так. Удар по воротам 5-3, 3-1. Нормально. Держимся пока. Понятно. По турнирной таблице мы на 5-м месте. Учитывая, что у нас ничья. Нормально. Держимся, пацаны, держимся. Наша задача просто не проигрывать. Уже хотя бы на... Не защита. Ну и все правильно. Нечем засчитывать. Сейчас Пеняев проснется. Я просто понимаю, что у нас что-то нападение не действует. Я в чем прикол. Нам повезло, нам гол не засчитали. Блин, они, смотри, они, короче, прям проходят. Прям по-жесткому. Подожди, это вообще не вариант. Они нас прям как проходной двор проходят. Эдо.
Давай встанем пока так. Не по позициям, но хотя бы будем закрывать зоны. Грей, кстати, можешь сделать чуть погромче музыку. Себя чуть погромче, музыку потише. Себя погромче. Насчет себя погромче я не знаю. У вас прибавилось? Нет. Сейчас я посмотрю в этом ВБС. Да вроде да. Вроде погромче. Так, музыку потише. Ну, примерно так. Вот играл, сейчас я мог один был тащить. Сашка, да блин! Не, ну по факту, блин, мы вообще дебютанты. От нас вообще никто ничего не ждет. Хотя мне посыть защиту. Окей. Мы сейчас прокачиваем полузащиту. Путин забил! Есть! Все! Все, пацаны, все, игра закончилась, все, заканчиваем матч, все, мы больше не играем. Продолжим играть в атакующий. Не, давай наступательно перейдем. Так, информация. Серфуха, второе место. Общение с командой страстно. Я в восторге от вашей игры. Давайте, пацаны, давайте дальше. Играя, поборемся еще. Шансы есть. Нам еще надо спонсоров нормальных найти. Надо Путину написать, чтобы он нашел спонсор нашей команде. Опасный штрафной. Ай, это мы били. Нормально. Главное прессинговать, пацаны. Грейс, какой у меня номер? 23-й? Мне сказали... Тебя не было в чате, когда мы выбирали номера, но мне сказали, что у тебя 23-й, и мы тебе дали 23-й. Блин, пацаны. Не, кстати, Чертанов что-то не бегает вообще. Так, 8-4, 13-2. Ну, вроде выравниваемся по ударам. Так, по желтым карточкам Борисов и... Блин, я желтой карточкой. А, потому что я не уравновешенный, нихера. Подожди-ка, пацаны, подождите-ка, подождите-ка, нам нужна замена. У нас Никита не вывозит, вместо Никиты хрен знает кого выпустить, блин. Вместо Эдо можно выпустить Алтына. Давай Алтына выпустим. И нам бы, конечно, так Дучему поставить защиту. Так, Минор, похрен, полузащита, давай так. Немножко в оборону сядем. Потому что мало ли, всякое возможно. Блять, Путин, твою мать, травма. Чё за травма? Травма паха. Ага, было кем заменить. Терлик может? Да, Терлик может выйти. А Терлик какая позиция? Защитник левый, либо правый. Давай правый. 5 защитников станем. Давай 50-17. Ты единственная наша надежда и подмога. Подожди, где Сашка? А Сашку так и не выпустили, лол. Так, давай погоду вот так вот поставим. Поехали. Это мой шанс. Травма паха, да. Все в атаку. Нам терять нечего. Блин, так хорошо все начиналось. 5-е место. Нормально, сойдет. Блин, почти ведь выигрывали. Ладно, сталкер тащит. Путин ушел, вы начали проигрывать. Есть такое, кстати. Так, хорошо. О, 50-17. Ну как ты не мог? Как ты мог не реализовать этот момент? Кошмар, кошмар. Алтын, кстати, не справляется. У него что-то какие-то, ну, характеристики херовые. Сверхатакующий играем. Подожди-ка. Давай немножко сбавим. Лучше хотя бы ничью взять в этом матче. Потому что, блин, проиграть вообще обидно будет. Грейс, проводи мне часто тренировки. Тренировки? Ладно, слушай, 1-1. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Я думаю, для дебюта нашей команды Владимир Путин играть на бейсбольше, либо 5-6 недель отсутствовать. Лучше отправить. Грейс, прочитай, пожалуйста, предыдущее сообщение. Что написал? Грейс, можно ли в следующей игре я буду вместо Никиты или Эдо? А мы сейчас посмотрим, с кем мы в следующий матч играем. Следующий матч у нас с Краснодаром 2. Поехали.
Так, ну что получается, мы занимаем сейчас после двух турах пятое место. В принципе, я ожидал худшего, покращай мне пасы и защиту. Так, подожди-ка. Тренировки. Так, подожди-ка, мне надо сейчас найти игроков. Состав, эрбол, эрбол, эрбол. Тренировки. Так. Тренировка паса. Так, а что еще? А, просто часто тренировки. О, ну извините, ну блин, но если ты сломаешься, ну... Ну, извините, так, а что тренировка? Так, позиция... Интенсивность тренировки. Удвоить интенсивность. И ты сам этого хотел. Чертам поставила спорное решение судьбы. Ничего не было. Никто не... Все по-честному, все по-честному. Прокачай мне скорость и дриблинг, Сашка просит. Ну, давай. Так, Саня, Саня, Саня. Так, Саня, где ты, Саня? Так, тренировки. Так. Скорость и дриблинг? Так, ловкость, скоростные качества. Есть. Пока что так. Грей сделал мне очень часто тренировки. Ты что, хочешь умереть, что ли? Давайте умрем за нашу команду. Очень часто тренировки. Давай. Конечно, интенсивность удвоить. На, пожалуйста. Завтра играть некому будет просто. После такого. Сейчас посмотрим. Так, следующий матч у нас... А, Краснодар. Ладно. Предположим, Путин становится самым молодым автором забитого гола. Ладно. Так, абонементов. 300 штук продано. Неплохо. Неплохо, ладно. Кстати, у нашего вратаря есть ТикТок. Да, серьезно? Нет, кстати, вратарь тащил. Вратарь тащит. Последние матчи. Если бы не он, счет, мне кажется, был бы намного хуже. Сейчас посмотрим, что будет по факту. Так, чемпионат России. Спартак на первом. Обыграл 2-0 Оренбург. Ладно. Путин порадуется. Можно я вместо Эдо буду с этим матчем или вместо Никиты? Тебя, кстати, знаешь, что надо делать? Тебя надо натренировать на другие позиции просто, и чтобы не париться. Я говорю, нам нужны, в принципе, люди, которые на разных прям могут играть. Сейчас, подожди-ка. Так, тренировки. Нам, в принципе, нужен чувак на правого полузащитника. Так, крайний полузащитник. Да хоть поддержка хотя бы, тренируйся. Я там скидываю пикчи. А можно... А, старший... Кстати, как, какие правила будем играть в Гартик? Да нет никаких правил. В принципе, если что, вообще никаких правил нету. Все как, все, что хотите, то нет. Ну, типа, правила Твича, но это уже на свое усмотрение от участников, скажем так. Самохвалов, так, так. Опасение подготовку матча, чего? Да, нормальная тактика, чего? Блин, мы и так 4 очка в двух матчах взяли, вы чего от нас хотели? Это не реклама, это совет. Подписано меня и на Грейс, других людей повторяю, это не реклама, это совет. Блин, сталкер, блин. Просто у меня просто в скваде Никит стоит. Он у меня, типа, прям на главной странице отображается. Если зайти, перейти на мой канал, там, короче, типа, есть сквад наш. Он, типа, из тех, кто снимает ролики. И там, типа, там, Терлика, Никита, Путин, Сашка, все дела. Так, можно я буду со старта в следующем матче? А на меня именно ТикТок, это не реклама. Ну ладно, ну ладно. Так, матч с Краснодаром. На выезде. Блин, я верю в нашу команду, но... Вот эту тактику точно не стоит использовать. Вот вообще никак. Играем в одного нападающего. Я думаю, попробовать что-то типа вот такого. Сейчас посмотрим, что мне тренер предложит. Так, Мазута, погода, Дуч. Так, Дучим сюда. Штурмовик, Бананов, Грейс. Дучи мы туда кинули? Саня с погодой играет вместе. Знаете, Google Pass, это совет.
Внутри 50-17. На замене у нас остается Airball. Блин, я бы, если честно, Airball'а бы выпустил вот сюда. Так, еще есть Алтын, есть Неманья, но Неманья будет сидеть на замене. Потому что, блин, полтора часа не каждый выдержит, как бы, пробегать. И Терлик, который, ну, вроде как бы играл. Давай Терлика вместо меня выпущу. Можно я бокс-ту-бокс? Сашка, тут стол. Карьереро. Поддержка. Все, Сашка, как ты и хотел. Но если ты гол не забьешь, Сашка. Вот смотри, Сашка, если ты забьешь гол, то с меня ключ будет. Давай, все, забились. Вот прям забились сейчас. Все, ждем гол от Сашки. Если он забивает, то я ему должен ключ. Любой, какой он попросит. В смысле, ТикТок. ТикТок? ТикТок, вот этого, вот эти вот. Вот эти вот танцы. Вот это вот ТикТок. Вот, все, поехали. Да, утвердить. А, напольный хамер. Блять! Да ну нахер! В смысле, Терлик, ты что, украинец, что ли? Россиянин. Блин. Саня, а тебе нельзя выпустить. Так, штурмовик. Никита. Ты у нас казах. Вместе о моем сниманию. Блять, казах на украинец одно и то же выходит. Так, адмирал, ты тоже? Россиянин. Короче, пока выходим, что нам скажет менеджер? Играем так. Нидир. Оу, привет. Госсловно телефон. 20 до 20. А, у меня 9 пока. Поехали. Нет, на Твиче мы сделаем стрим, обязательно. Но небольшой перерывчик сделаем и погнали. Так, поручить ассистенту. Поехали, пацаны. Я верю в вас, давайте. Блин, ну посмотри-ка, в двух матчах 4 очка взять, это достойно, я считаю. А, по игре посмотрим. У нас на сервере актив упал очень сильно. У нас-то где? У меня? Я знаю. Но завтра МП, завтра я буду запиливать голосование. Гол. Блять, не гол забили. Я очень сильно. Нам гол забили. Подожди-ка, мы играем при этом в атакующий, да? Марат Банан получил травму. Твою мать. Грёбаный Калич. Вместе я можем выпустить Airball. Airball, конечно. Блять, лимит грёбаный. Либо Немань, либо Адам Борисов. Ладно, Адам Борисов пока выйдет. Смысл игроков с травмой. Короче, я офлайн. Блять, сегодня девушка не написал. И после этого в офлайн. Понимаю. Ну ладно. Ладно. Поехали. Ну блин, Краснодар, я хрен его знает. Подожди-ка, по турнирной таблице вообще что пишут? Краснодар у нас... Но он на дне. Как и мы, в принципе, не особо высоко. Выпусти меня. А бан только. Бан? А меня можешь куда-то пихнуть? Да, можно, конечно. Да, можем создать. Говори позицию, какую хочешь играть. Атакующие у нас, в принципе, все заняты. Полузащита и защита прям у нас пустая, если что. Сейчас посмотрим, что будет. Так, СТР 5 ударов, у нас 0. А, все, есть 2, отлично. Не, нас, кстати, Краснодар прижал прям по-жесткому. 5 сек. Хватит улыбаться, женщина, я не танцую. Блин, Краснодару проиграть обидно. Так, сейчас скажу агрессивно. Так, давайте новую игру. По тактике. Один нападающий у нас не справляется. Погода. Тебя можно заменить на минор, либо на... Нет. Лучше я выпущу нападающий, чем погоду. А в нападении есть какой-то ноунейм. Ну, Пахому выпустим. Саня, ты один. Меня добавь. Вот ты будешь вместо Пахому. Все. Так, создать прозвище. Будешь Нидир. Все. С тебя спрос будет. Это твой шанс стать звездой. Поехали. Окей. Замолчи, блядь. Что?
Блин, если бы не сталкер, мы вообще бы летели больше. Он, блин, такие мечи тащил, ты прикинь? Ну ты видел, ну ты видел? Если честно, вот в этом матче вообще никаких ударов у нас нет. Вообще никаких. Там мы играем в атакующий футбол при этом, но атаки нет. У меня коммент в ТикТоке набрал 2000... Да ладно, прикольно. Я, кстати, удалил ТикТок, потому что... лишнюю память занимает. Но Краснодар нас переигрывает прям по полной. Прям видно. Нас переигрывают по полной. Ты что, не режь? Мне глаза сделали ник не DR, а не DA. В смысле? Нет, ты что, нет? Вот... Бля. Ладно. Поражение рано или поздно приходит. Так, эрбол. Место Никиты. Ладно, рано или поздно стоило меня выпустить. В смысле, а так я тебя выпустил только что. Ладно, у нас Муз ТВ зависит, а пока сэжан будет склад боеприпасов. Что? Вот в этом матче наша команда вообще не показала никакого характера. Вообще никакого, к сожалению. И в связи с этим мы скатываемся на 9-е место. Да, жалко, конечно. Ну, блин, Путина не хватает. Грей, кстати, добавь меня, пожалуйста. А, подожди-ка. В плане состава. Какую позицию хочешь? У нас, в принципе, есть полузащитники. Так, полузащитник центральный нам бы, в принципе, прям вообще прям подошел. Так, минор нет. Нападающий центральный. Блин, у нас вообще половина игроков. Быковский. Ну-ка. О, вообще идеально. Кстати, вот этот чувак нам прям точно подошел. Так, предложить контракт пока что. Просто предложить контракт. Добавь внимание, он там есть. Он есть, и он не проходит из-за того, что у нас лимит. В России, типа, больше 3 иностранцев играть не должно, поэтому у нас не проходит. Но он играл, он даже гол забил. Мне похуй на позиции. Все, понял, хорошо, добавлю. Сейчас они контракт подпишут, после этого я смогу переименовать игрока. Бля. Блин, просто в сухую. Не, ну тут сталкер не мог помочь, на самом деле. Я покушал, ну что там? Сашка, ничего там. Ты не забил в этом матче, поэтому наш спор закончен. Блин, Сафонов играет за молодежку. 3-0, просто в сухую улетели. Это печально, я играл, да, ты играл. Аквадискотека, ну да. Смотри, еще дождь идет. Вообще грустно, печально. Обидно, ну ладно. В этом, говорю, в этом матче наша команда вообще по ударам, подожди-ка. 6 ударов, 4 в створ, 19 нам. Ну, чё вы хотели от нас? Тут шансов вообще нет. Но, слушай, ну, учитывая, что первые два матча, блин, обыграть Нижний, играть ничего с Чертанова, блин, сейчас идти на 9-м месте, я думаю, нормально. Я не знаю, следующий матч, надеюсь, не с Спартаком каким-нибудь будет. Эрбол, вступай к нам в Дискорд, сервер, у нас там весело. 3-0, да, сухую. Сухую нас разнесли. Но это стоило ожидать. Следующий матч у нас с Томью. Блядь, с Томью. На первом месте, который идет. Нет, пускай ассистент идет. Пускай идет ассистент. Я не хочу. Я не хочу просто даже туда присутствовать. Ничего тут забил, потом забью. Нет, Сашка. В этом матче ты не забил, поэтому наш спор закончен. Матч с Томью. У нас проблема, то, что у нас половины игроков нету. Так, по составу. Так, нам нужен КВТ. Вот, будешь ты. Я говорю, у нас потихонечку команда собирается. Отлично. А, кстати, я даже ключ не хотел брать, но мне не нужно. А, у меня уже 22.08 время. Ты скачай, в смысле? А, про Дискорд. Я тебя понял. Я тебя понял. Мне завтра город, а мне нужен ключ. Ключ от чего? Банана становится самым молодым игроком. Ладно. А чё толку становится? Если бы он гол забил, другое дело. А так становится, да это херня. Блин, короче, смотри, первый матч сейчас Том, а потом Химки. Замечательный календарь, просто наши команды. Открыт с Праймом, ага. Вон, ну чё.
Понимаю, понимаю. А я играю в основе, не знаю пока. Пока прокачаем защиту. Я тебя вроде поставил на защиту. Сейчас посмотрим. Валентин Гавриш. Ничего не знаю. Так, Грейс, неподходящая тренировка, левый защитник. Так, принять. Марат Бананов, принять. Геймер, принять. Саня Мазута. Уже не является слабостью? Ну ладно. А у меня КС Прайм 16 года. А Путин бот, понимаю. Ой, какая боль, какая боль. Так, предматчевые подготовки. Давай-ка все порожмем. Блин, с химками играть. Ну такое себе. Ну такое, да. Не размялся. Не размялся, это минор такой, говорит Марат. Сашка, ты что? Так, ну, коэффициент на победу на Астерии 2, на Томе 2. Ладно. Так, если так играть, нам нужен, в принципе, второй нападающий. А Путин-то чё, мёртвый, да? Да, еще долго. Так, предлагает Марату поставить вот так. Эрбола в центр. Предположим. Поехали. Бля, Путин жалко. Ну, теория, я могу простить чела, который дал КС Грейс, а потом опять взял. Ну да. Как бы да. И можно не париться. Кстати, как понял, Путин писюн потянул. В смысле, наверное. Так, сейчас 5 сек. Пока пусть играет, сейчас я подойду. Ну да, я так понимаю, мы проиграем уже, да? Эдисон показывал писюн, в смысле? Грейс, я, кстати, заскамили. Что делал, когда тебя только заправим, он потом опять целка заправим, получается, он тебя заскамил. Да ладно, я не парит, счет GTA. А вот то, что 1-0 проиграем, это да, это прям вообще печально. Просто печально. Надо что-то с этим делать. Я поговорю сам с командой, скажу агрессивно, что я жду от вас лучшей игры, блять. Поехали! Так, а какой осторожный, атакующий футбол! Грейс, подписчики не могут нормально дать кое-что? Кончилось этот ход. Нет, просто, блин, я уже рассказывал, у меня семья, у меня ребенок теперь, поэтому я периодически отхожу. Что-то там помочь, что-то где-то это, поэтому да. Тут дело не в этом. Так, по поводу тактики. У нас, по сути, нет нападающего. У нас только 1.50-17, вот, типа, в норме, Дучим нервничает. Вместо не могу выпустить себя. Давай, так я сделаю. Не надо паники. У Путина было растяжение паха. Так что, по логике, это растяжение писюна. Я отбежал после Новгорода. Что было? После Новгорода мы проиграли. И сыграли в ничью. Это наш 4-й матч. И, ну, как бы, пока не очень все хорошо идет. Пока что, вот по сейчасшней ситуации, мы откатились на 11 место. Как-то так. Да, извиняюсь. Не, все нормально. Все нормально. По ударам вообще печально. 50-17 не справляется с ударами, ты понимаешь? Вот кого можно выпустить вместо 50-17? Нидира можно выпустить! Все, Нидир, давай. Это твой шанс стать звездой. Кстати, там писать, что я лучший игрок. Ну да, было дело. Было. Эрбол забил 2 гола и спас нас против Нижнего. Как-то у меня с тренировками. Алло. Не знаю. Я бы сказал, не очень хорошо. Пацаны, если вы агрессивно, советую зайти на мою баню саун. Чтобы расслабиться. Я тебя понял. Так, по составу. Так, внимание. Да, опять с лимитом бороться. Да нахер надо. Так, КВТ. КВТ. Ты выходишь вместо минора. В
нападение. А Саня тащит один. Играем теперь так. Если тебе нужен ребенка. А что? Зачем ты когда стримишь сейчас, если нужно ребенка сидеть? Не, знаешь, я время от времени должен подменить. Нет, я вот почему. Кстати, рассказываю, почему я стримлю сейчас раз в неделю? Я всю неделю сижу. Ну, как всю неделю? По возможности сижу с ним. Сейчас вроде как бы все спокойно, поэтому я стримлю. У нас как бы с женой есть график. То есть, допустим, эти дни там я в чем-то помогаю, где-то она помогает мне. То есть сегодня-завтра она мне как бы выделила дни, как бы. Когда я. Ну, я свободен, скажем так. Грейс, алло! Что, алло? У меня с тренировками все херово, мы проиграли, блядь! Чита дрита, блядь! Все, проиграли! Все, наша команда упала. КВТ дебютирует, понимаю. Следующий матч. С кем? Химки. Можно в центре, я буду один. Покричай мне защиту. Так я тебя вроде поставил на защиту? Я тебя вроде поставил, подожди-ка тренировки. Все, понял. А ты полузащитник был? Ну ничего, ладно, бывает. Бывает. Ну все, идем на Twitch. Go Twitch. А 21.16. Ну давай сейчас еще один матч. Перерывчик, и потом на Twitch пойдем. Ты, Грейс, как-нибудь рассмотреть фильм «Годзилла против разрушителя». Классный фильм. Потом поймешь, какими способностями я обладаю. Хотя, наверное, не понимаешь, что я сам фильм. Наверное, да. В смысле, чего? У меня деньги появились? Ничего себе, я в плюс пошел. Неплохо, ладно. Нормально. Грейс, короче, сделал мне тренировки на максимум. Ты хочешь умереть, что ли? Желание клиента закон. Интенсивные тренировки. Так. Дополнительно. Так, выносливость тебе еще. Ой, я кому-то другому дал. Ну ладно. Грейс, не забудь, что мне ссылка на сломанный телефон. Да, я, короче, скорость скину. Давай попробуем сейчас сломанный телефон поиграть. Сейчас мы сделаем перерыв. После этого вот один матч с Химками. Потом перерыв и на Твиче встретимся. Если меня замечает, да я заметил тебя. Чита-чита-дрита. Все, поехали дальше. Давай, Сашка. В этом матче ты должен забить под эту песню. А что сейчас Твич? Ну, сейчас, короче, доиграем матч. Вот этот. И делаем перерыв. И потом Твич сделаем. Так, Химки фаворит. О, у нас шансов нет, я понимаю. Понимаю, но мы боремся. Пока что мы боремся. Кстати, прокачай мне атаку. Я же такой же полузащитник. Так, атака, атака, атака. Так, тренировки, интенсивность тренировки. Так, подожди-ка. Действие в обороне. Так, 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 так. Это не то. Это не то. Действие в атаке. Все вижу. Поехали. Блин, не обещаю, на стриме буду. Да нет, я как бы не заставляю никого. Но как бы, учитывая то, что я неделю вообще не стримил, надо сейчас прям по максимуму сделать. Так. Вся 17 нападений. Эрбол в защите. Я на замене, Никита Штурмовик тоже. Все. Блин, Марат Бананов. В задницу. Так, Никита Штурмовик, какая твоя позиция? Фланговый таргетмен. Вот так и будешь. Так, по состав. Чё за херня? Ай, в задницу, короче. У меня просто время... А, да ладно. Понял, понял тебя. Блин, опять лимит, короче. Гребаный лимит. Тогда будет играть Марат. Ну, извините, у Марата русский паспорт, он за счет этого играет. Вот вся российская лига. Вот из-за этого. Так, они в оборону сели, кстати. Так, скажу вам страстно, что неудачную серию прервать. Нападению скажу, что... Переломи ход игры. Поехали. Это Химки. Это Серпухов. Серпухов должен играть. В
верим в команду. Так, у нас осторожный. Нет, какой осторожный? Все в атаку. Все в атаку, поехали. Гол забить, потом встать, если что, в оборону. Бля. Как так-то, блин? Все очень плохо. Даже сталки не спас. Вначале все хорошо было, под конец жопа. Ну, как всегда. В общем, классно, что на моей позиции всегда больше никого нет, я вечно в составе. Ну да, есть такое. Я поэтому и спрашивал позиции, типа, кто где хочет играть. У тебя, видишь, у тебя нет конкурентов, поэтому ты играешь один просто. Так, счет 1-0, мы проигрываем, и мы скатываемся на 13 место. Как все плохо. Мы кто? Мы Серпуха. Ладно. Коммунистические песни нам не помогают. Блин, ну то, что нас химки раскатать. Белые? Нет, красные. А, нет, мы белые. Извиняюсь, мы белые. Нет, мы белые-белые. Блин, они нас просто раз... Блять! Ну как так-то, блядь, даже сталкер не спасает просто. Ё мать. Вообще ноль. Ну, есть. 50-17 гол, отлично. О боже, эрбол размножается. Ладно, 3-1. Блин, 25 минут уже 4 гола. Играем пока. Пока играем. Не унываем, все нормально. Команда сильная, я не спорю. Все плохо. Не отыграйтесь. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Как минимум наорать. Так, по тактике. Сань здесь играет минор. Минор, пошел вон вообще. Так, дучим. Вместо минора выйду я. Вместо Марата нам нужен Никита. Блядь. Лимит. Так, КВТ. КВТ в нападение. Терять нечего. Мы в дерьме. Сашка Шахтер, один из украинцев, а тут 5. Блин, у нас, короче, они на нашу защиту проходят просто на изи. Вот в чем прикол. Так, Эдо может сюда встать? Нет, не может. Адмирал тоже, Марат... Марат, хотя бы давай сюда. Хотя бы этот фланг, чтобы не прорывали. Выбери Нидира. А Нидир где у нас играет? Он нападающий, а там уже КВТ вышел. Так что пока нет. Блин, 13 место, серьезно? 4-1 это жестко. Мы играем так сверхтакующие, пацаны, блин. Так, инструкции команды, давай посмотрим. Так, ширина стата, атаки, так, идти в обыгрыш, играть раскованно, темп поднять. Затяжка времени никогда. Быстрый вот мяча и больше прессинга. Возможно, они сломаются после этого, но это не точно. Блин, ну ё-моё. Ну как так-то, блин? Так хорошо начинали и, блин, ну... Ну да, букву перепутал, сорян.
Пацаны, прессингуйте. Прессингуйте их больше. Пошел, пошел. Блин. Отобрали просто. Не, ну команда, конечно, выше класс Metal. Оно видно сразу. Поменяй меня местами с погодами, Сашка. Думаешь, это поможет? Погоды нет уже на поле. А, хочешь стать защиту? Пожалуйста, конечно. Конечно. Если гол забью, значит, Сашка виноват. Чё, на Твиче будем? Попробуем словно на телефон поиграть. А потом уже видос, наверное. Как-то так. Говорит, примерно во сколько начнется Твич по времени? Смотрим, сейчас матч доиграем. Где-то минут... Ну, где-то... Бля. Где-то 21.45, 21.50. Кошмар. Уничтожили просто. Как дешевок-то, ё-моё. Какой кошмар. Пять один, прикинь. Ладно. Забудем это поражение. Так, я вам скажу просто... спокойно. У меня нет претензий, но что вы от нас хотели? Действительно. Через браузер? Да, через браузер надо играть. Так, конференцию я не пойду. Так, ну что, давайте сейчас я сохраняюсь. Так, время 21.27. Давайте 21.45, 21.50 на Твиче трансляцию. Попробуем в Гартинг Фон подрубиться. А дальше как пойдет по ситуации, если что. Все, я сохраняю. Я устал, окончен бой, надо немножко отдохнуть. Ну, потому что, да, ситуация немножко печальная. Начали хорошо, начали за здравие, закончили за упокой, как говорится. Вот, давайте-ка. На этом небольшой перерыв. Встретимся на Твиче. Всем большое спасибо, кто был на трансляции. Всем пока, увидимся на следующей трансляции совсем уже скоро.